968 год. Не прошло еще и 100 лет со смерти первого правителя Руси, князя Рюрика, а его внуку, киевскому князю Святославу, исполнилось всего 24 года. Молодая русская держава только начала формироваться, но уже была вынуждена с оружием отстаивать свое право на существование. Ее могущественные соседи имели многовековой опыт государственного устройства и ведения войн. Соседи имели богатство и армии. Они были искушены в дипломатии и политических интригах. А русский князь пока мог полагаться лишь на свою верную дружину и собственную решимость. Решимость не дрогнуть и вступить в битву с мощнейшим государством – Византийской империей. Двадцать лет назад отец Святослава, князь Игорь, пришел за данью в землю славянского племени древлян, которые подчинялись Киеву. Собрав положенное, Игорь уже направлялся в Киев. Но его воины захотели получить от древлян дополнительную дань. Киевский князь согласился возвратиться. Древляне, возмущенные чрезмерными поборами, взбунтовались. Игоря и его дружинников схватили и жестоко казнили. Горестную весть жене Игоря, княгине Ольге, принес воевода Свенельд. И тогда Ольга, оставшаяся без мужа, с маленьким сыном на руках, показала свой решительный и твердый характер и древлянам, и киевским жителям. Она хитростью заманила в Киев древлянских старейшин и жестоко убила их. После этого княжеское войско подошло к стенам из Коростеня, столицы древлян. Княгиня хотела показать, что, несмотря на смерть мужа, Русь не осталась без князя, поэтому решающий бой с древлянами должен начать ее маленький сын Святослав. Воевода Свенельд был с ней согласен и сам вложил копье в руку Святослава. Княжичу уже исполнилось 4 года. Пора. Скоростень был уничтожен. Множество жителей погибли, остальные взяты в плен. Беспощадная расправа над убийцами отца навсегда впечаталась в память малолетнего Святослава и во многом определила его характер. А пока он подрастал, княгиня Ольга при поддержке дружины и бояр правила Русью. Вскоре она показала, что может вершить власть не только силой. Чтобы история с бунтом не повторилась, Ольга приняла ряд новых правил. Определила места и время сбора дани, а также ее точные размеры. Но управление землями Киевского княжества требовало не только разумных законов.
Свое государство нужно было защищать, а по возможности и расширять. Для этого мало выпускать и исполнять княжеские указы. Безопасность княжества зависела от силы его войска. А главным средством укрепления государственной мощи в ту пору была война. Воевода Свинельд давно наблюдал за Святославом. Быстрый, ловкий, выносливый. Ради победы готовый рискнуть. Таким и должен быть русский воин, тем более князь. Свинельду нравилось, что тот растет воином. Обычаи их порой суровы, но они дают Киеву настоящих бойцов. И юноше эта наука не во вред. Молодой князь уже ходил в походы и добился уважения своих собратьев. Довольствовался, как и все, малым. В дорогу варяги не брали с собой лишнего. Мясо жарили на углях и спали прямо под открытым небом. Их жизнь — война, а убьют — не беда. Для того и живет варяг, чтобы погибнуть с мечом в руках. Варяги. Выходцы из скандинавских земель. Появление их на Руси летописи относят к IX веку. Некоторые историки считают, что они принесли нашим землям само название – Русь. Их правители основали первую княжескую, а затем и царскую династии Рюриковичей. Однако предпосылки зарождения древнерусского государства были еще до призвания варягов. Некоторые специалисты полагают, что варяги были приглашены в качестве наемников на условиях взаимовыгодного компромисса со славянскими племенами. Они выполняли в том числе роль охраны торгового пути из варяг в греки и быстро ассимилировались со славянским населением. Ядро войска, дружина, становилось уже не варяжским, а русским. К войне на Руси готовили с малолетства. Отбирали лишь крепких и здоровых мальчиков и отдавали в обучение наставникам. Здесь мужали варяжские, а позже и славянские дети. Здесь растили воинов. Учили выносливости и владению оружием, взаимовыручки и верности. Развивали в них силу и быстроту реакции. Выросшие вместе, юноши становились единой семьей. Они и составляли дружину, главную силу русского войска, ближайших советников князя, связанных с ним узами дружбы, боевое братство, живущее войной и набегами. Дружиной называлась отборная часть княжеского войска. В нее входили воины, лично подчинявшиеся князю. Они также имели право сидеть с ним за одним столом. В крупных военных походах, кроме дружины, принимало участие местное ополчение, собиравшееся из подвластных князю племен и войска наемников. Но ядром войска, его гвардией, являлись варяги. Их могло быть всего несколько сотен, но это было мощное отборное воинство. Бесстрашные и безжалостные бойцы пошли бы за своим князем хоть на край света. Вооружение русского ратника состояло из копья, боевого топора, длинного ножа, а также лука со стрелами. Но главную гордость воина составлял его меч. Защитой для воина служили шлем, щит и кольчуга. Варяжский шлем имел полукруглую форму и прикрывал часть лица. Щиты были деревянные и обтягивались кожей. Кольчуга представляла из себя стальную рубаху, набранную из колец, и прикрывала тело воина до колен. Изготовление шлема, кольчуги, меча требовало от кузнецов большого искусства. Лучшие клинки привозили из Европы, и позволить их себе могли только князь или богатые дружинники.
Сражалась дружина в пешем строю. Конница в русском войске X века практически отсутствовала. Основным средством транспорта при дальних переходах были ладьи. Они передвигались под парусом или с помощью весел и имели прекрасные ходовые качества и на реке, и на море. Чтобы перейти из одного водоема в другой, дружинники попросту перетаскивали корабли по суше. Ладьи в длину доходили до 20-30 метров и вмещали несколько десятков человек. Порой в большие походы от киевских берегов уходили сотни таких кораблей. Почти 20 лет прошло с того дня, когда маленький Святослав под Искоростенем впервые бросил свое копье во врага. Сейчас перед княгиней Ольгой сидел могучий воин и спорил с матерью. Они во многом не сходились. Святослав и слышать не хотел о той новой вере, в которую обратилась его мать. Средневековое язычество не могло принять евангельских заповедей о смирении, великодушии, прощении. Византийская православная вера для воина-язычника была непостижима и чужда. То ли дело язычество. В его традициях и обрядах отражался весь смысл жизни варяга. Борьба, сила, пролитая кровь, уничтоженный враг. Жизнь для воина-язычника — это война, а награда ему — власть, слава и сила его державы. Вот и теперь Святослав готовил новый поход. Его путь лежал на Волгу, где в то время господствовали хазары. Хазары – народ тюркского происхождения. К X веку создали мощное государство – Хазарский Каганат, которое протянулось от Прикаспийских и Причерноморских степей до Северного Кавказа и Крыма. Через Каганат проходил Великий Волжский торговый путь, по которому купеческие караваны проходили из Индии и Азии на Балтику и далее в Европу. Кроме того, это был основной путь, по которому в Европу поступало индийское и арабское серебро, необходимое для чеканки монет. Сбор торговых пошлин приносил хазарам колоссальные доходы, и Каганат считался одним из богатейших государств того времени. Киевские князья мечтали получить контроль над восточной торговлей, но для этого надо было одолеть хазар. В свое время отцу Святослава Игорю это не удалось. И теперь, войдя в зрелые лета, Святослав решил испробовать свою воинскую удачу. Вместо того, чтобы двинуть дружину прямо на хазар, он совершил обходной маневр через Аку. Там жили вятичи. Еще одно славянское племя, которое платило дань хазарскому каганату. Святослав подчинил вятичей Киеву, а затем направил свое войско на юг. Дружинники Святослава вышли к Волге, спустились на ладьях вниз по реке и застали противника врасплох. Те не ожидали, что русские придут с севера. Святослав мощным ударом уничтожил их столицу Итиль. Вскоре хазарское государство перестало существовать. Князь с воинами двинулся на Дон, к хазарской крепости Саркел, и взял ее в осаду. Голод вынудил ее защитников сдаться. И хазарский Саркел стал русской крепостью Белая Вежа. Русские владения расширились на восток. Поток товаров, ранее шедший через Волгу, теперь все больше направлялся по Днепру через Киев.
Русь начала стремительно богатеть. Росли новые города и крепости, князь усиливал свое войско, увеличив число дружины. Все это вызывало тревогу у ближайших соседей. Особенно пристально за укреплением Руси следили в Византийской империи, самой могущественной державе той эпохи. Тем временем в Византии происходили события, резко изменившие и судьбу русского князя, и весь ход истории. Восточная Римская империя, известная также как Византия, возникла в IV веке, после разделения Римской империи на две части. Просуществовала до 1453 года. В период своего расцвета владела землями на Балканах, в Малой Азии, Крыму, Северной Африке, островах Средиземноморья и в Италии. Столицей империи был Константинополь, или Царьград, как его называли на Руси. Ее правитель именовался Басилевсом, а себя жители империи называли ромеями, то есть римлянами. Одним из ближайших соседей Византии было Болгарское царство, с которым империя уже много лет не могла поделить Балканы. В 967 году, когда Святослав завершил разгром хазарского каганата, между Византией и Болгарией разгорелся очередной конфликт. Император Никифор Фока не имел достаточно сил, чтобы противостоять болгарам. К тому же его армия уже не раз терпела поражение в горных теснинах Болгарии, и Никифор не желал рисковать своим войском. Император решил стравить между собой своих врагов. По его замыслу, воевать с Болгарией должна была Русь, которая заметно усилилась при Святославе. В Киев отправился византийский посланник. Свинельду он сразу не понравился. Посланник Басилевса Калакир прибыл с золотом. 15 кентинариев желтых монет. Это 455 килограммов. Что-то уж больно щедро. Калакир уговаривал киевского князя идти на болгар и покорить их для византийского императора. В случае победы обещал крупную дань. Святослав взял время для раздумий. Для него было важным не только золото. Болгария могла стать новым торговым путем в Европу, куда более коротким, чем нынешний через Днепр и Балтику. Это обещало Руси новое богатство и влияние. Княгиня Ольга убеждала сына заботиться о своем княжестве, обустраивать завоеванные земли на востоке, а не искать новой добычи. «Князь — это правитель, а не наемник», — говорила она сыну. «Хочешь стать Басилевсом — построй свой Царьград в Киеве». Святослав собрал воевод. Блеск золотых монет и желание новой славы решили исход спора. Мнение дружинников, которые и были для князя настоящей семьей, перевесило и доводы матери, и опасения Свинельда. На следующий день Святослав позвал Калакира, дал согласие на вступление в войну и начал собирать войско. У князя был свой продуманный план, который он не хотел раскрывать раньше времени. В лесах под Киевом рубили деревья, корабельные мастера строили новые ладьи, ковалось оружие для ополчения. Наконец весла опустились на воду, и десятки парусов распустились над Днепром. Русь шла на Болгарию. Для болгарского царя Петра появление войска Святослава стало полной неожиданностью. Летописец рассказывал о тех днях коротко. «Пошел Святослав на Дунай, на Болгар. И бились обе стороны. Одолел Святослав болгар и взял городов их 80 по Дунаю и сел княжить там, в Переяславце».
Царь Петр отрекся от престола, ушел в монастырь и вскоре умер. Место на троне занял его сын Борис II, который так и не стал самостоятельной политической фигурой. Святослав отмечал триумф своей дружины непрерывными пирами. Однако радость русских воинов была омрачена страшным известием. Киев осадили печенеги. Печенеги – союз кочевых племен из приоральских степей. Двигаясь на запад, печенеги разоряли и уничтожали земледельческие районы, подчиняли себе местное население и к середине X века занимали обширные земли от Венгрии до западного Казахстана. Ольга послала к сыну гонца, но понимала, что к столице он прибудет лишь через несколько месяцев. Тем временем печенеги не спешили штурмовать хорошо укрепленный Киев. Незваные гости терпеливо ждали, пока в городе закончится продовольствие. Ждали, пока голодные жители, доведенные до отчаяния, сами не откроют ворота. План печенегов почти сработал, когда горожане увидели со стен, что вдали на Днепре появились русские ладьи. Корабли не спешили к городу, и воины на них явно не знали о беде, постигшей Киев. Требовалось срочно направить к ним гонца и попросить о помощи. Но как выбраться незаметным из окруженного врагами города? История хранит предание о том, что спасти Киев вызвался молодой киевлянин, имя которого осталось неизвестным. Юноша умел говорить по-печенежски. Взяв уздечку, он незаметно для врага вышел из города и проник во вражеский лагерь. Здесь он у каждого встречного спрашивал, не видел ли кто его коня. Так он все ближе и ближе подходил к Днепру. Затем храбрец бросился в реку и поплыл к русскому отряду. Утром печенеги увидели, что к ним приближаются ладьи с русскими дружинниками. Принимать бой кочевники не стали и отошли в степь. Киев был спасен. Но спас его не Святослав, а малый отряд воеводы Претича, который печенеги приняли за главные силы князя. Когда в Киев прибыл и сам Святослав, мать, княгиня Ольга, упрекала его. Зачем бросил свой народ, оставив столицу беззащитной? Но Святослав не чувствовал вины. Мыслями он находился в Болгарии, богатой стране, средоточии торговли между Византией и Западной Европой. «Князь прямо говорил Ольге, не любо мне сидеть в Киеве. Хочу жить в Переяславце на Дунае, ибо там середина земли моей». Святослав был готов отправиться в обратный путь, но мать сумела остановить его. Ольга уговорила сына не покидать город, пока она жива. Она снова предлагала сыну принять греческое православие. Но Святослав лишь отмахнулся. Эта мудрая женщина много сделала для того, чтобы Русь стала сильным государством. Но, пожалуй, главным делом ее жизни стало принятие православной веры. Веры, которая вскоре преобразует языческую Русь, но к которой ее сын так и останется глух. Ольга завещала похоронить себя как христианку. Она запретила устраивать языческую тризну с песнями, плясками и военными состязаниями. Святослав не посмел нарушить ее волю. Похоронив мать, князь покинул Киев. Теперь уже навсегда. На Руси остались править трое его сыновей. А Святослав вновь отправился на Дунай в надежде превратить Переяславец в свою новую столицу.
В случае успеха под власть древнерусского государства перешли бы самые оживленные торговые пути. Это могло на века вперед обеспечить Руси процветание. Но Святослав понимал, чтобы удержать за собой Болгарию, ему придется сразиться с самой Византийской империей. Он шел в главный поход всей своей жизни. Тем временем в самой Византии было неспокойно. Супруга императора, царица Феофана, и ее возлюбленный военачальник Иоанн Цимисхий замышляли дворцовый переворот с целью свергнуть Никифора Факу. Заговорщиков поддержала византийская знать. Многие были недовольны императором, который, пытаясь деньгами и хитростью приручить русского князя, преподнес империи нового опасного врага. Любовник императрицы Цимисхий лично убил Никифора Факу и через несколько часов уже восседал на его троне. Спустя несколько дней он избавился от сообщников, приказав арестовать их, а императрицу Феофана отправил в ссылку. Но вместо славы и почестей новый император получил множество проблем. Оживились враги Византии на Ближнем Востоке и в Европе. Да и внутри страны не всем пришлась по душе такая смена правителя. Назревали бунты. Ко всем этим трудностям прибавилась еще одна. Над границами империи нависла угроза со стороны Болгарии. Святослав не собирался передавать завоеванную страну под власть Византии, как некогда обещал прежнему императору Никифору Факе. Более того, вместе с болгарами он планировал разгромить византийское войско. К армии Святослава присоединились венгры и недавние враги – печенеги, которых было нетрудно соблазнить обещанием богатой добычи. Святослав отправил в Византию послание с угрозой взять Константинополь. «Хочу на вы идти и взять и город ваш». Решающая битва произошла у крепости Аркадиополь, от которой открывалась прямая дорога на византийскую столицу. Но к этому времени Иоанну Цимисхию уже удалось собрать войско, численно превосходящее силы Святослава. В X веке основу византийской армии составляли крестьяне, которые получали за свою службу земельные наделы и освобождались почти от всех налогов. Это всегда готовое к бою ополчение обеспечивало Византии полтора века успешных войн. Кроме того, император располагал личной гвардией. Остальное войско делилось на псилов – легкую пехоту, скутатов – тяжелую пехоту, трапезитов – легкую конницу и катафрактов – тяжелую конницу. Катафракты были главной ударной силой византийской армии. Атака этих всадников, закованных в броню с ног до головы, сметала практически любого противника. В самом начале сражения печенеги, входившие в состав армии Святослава, попали в ловушку, которую им устроил византийский полководец Варда Склир. Конница кочевников была уничтожена одним ударом. Этот разгром настолько потряс русских и их союзников, что и они не смогли устоять перед византийским натиском. Святослав отступил от Аркадиополя не в свою столицу Переяславец, а к стоявшей на Дунае крепости Доростол. Переяславец защищал отряд воеводы Сфенкеля. Первая битва была проиграна, но о возвращении в Киев князь не желал и слышать. Войско Варды Склира вернулось в Азию, чтобы спасать императора от нового бунта. А сам Иоанн Цимисхий попытался договориться со Святославом. Император предлагал князю мир. Свенельд чувствовал, что это предложение следует принять. Он видел знаменитых всадников-катафрактов в бою. Сил, чтобы сразиться с ними, у князя не хватит. Однако Святослав не желал соглашаться на мир.
Цимисхий начал стягивать войска к болгарской границе, а саму страну наводнили византийские шпионы. Императора беспокоил очень важный вопрос – перекрыты ли русскими проходы через Балканские горы? Разведка донесла – путь свободен. Поначалу ромеи даже не поверили в такую удачу. Византийская армия прошла через горные перевалы и подошла к бывшей столице Святослава, городу Переяславцу. В столице находился болгарский царь Борис II, но организатором обороны был русский воевода Сфенкель с небольшим отрядом киевских воинов. Византийцев встретило яростное сопротивление, но их было больше. Воины Цимисхия преодолели крепостные стены и ворвались в город. Горстка последних защитников Переяславца во главе со Сфенкелем заперлась в царском дворце. Цимисхий приказал поджечь здание. Когда дворец уже пылал, воины Сфенкеля вырвались наружу сквозь дым. Опять закипел жестокий бой, в котором полегли почти все русские дружинники. Лишь самому Сфенкелю и нескольким его воинам удалось прорваться к крепости Доростол, где находился с основными силами Святослав. Здесь, в Доростоле, Свенельд держал с князем совет. Это была хорошо укрепленная крепость, но вести сюда приходили тревожные. Болгарские города один за другим переходят в руки императора. Немногочисленные русские отряды отступают к Доростолу, почти не ввязываясь в бой. На помощь болгар и венгров русскому войску полагаться не приходится. После поражения под Аркадиополем этих ненадежных союзников словно ветром сдуло. К Доростолу приближалась вся армия Цимисхия во главе с императором. И Свенельд советовал уходить в Киев. Пока весна, пока не станет лед на Днепре, еще можно прорваться. Но Святослав верил в победу и решил принять бой. Византийская армия подошла к стенам Доростола 23 апреля 971 года. Русские воины ждали врага. Прикрывшись щитами, они выставили вперед копья. На мгновение ромеям показалось, что перед ними выросла стена. Византийцы пошли в наступление. Русичи отбили его. Император приказал атаковать еще раз. Святослав со своим войском отразил и этот натиск. Уже подступала ночь, когда Иоанн Цимисхий собрал всю свою конницу, включая личную гвардию, и во главе войска бросил ее в бой. Только тогда измученные русские дружинники начали отступать. Сил на то, чтобы преследовать их у византийцев, уже не оставалось. Русичи укрылись за стенами Доростола. На следующий день византийскому императору предстояло решить, начинать ли штурм крепости. Некоторые военачальники, воодушевленные скорыми победами в других частях Болгарии, так и предлагали поступить. Цимисхий приказал привести лазутчиков. Те сообщили, что Святослав готовится к обороне, а его воины не растеряли бодрости духа и готовы биться до последнего. Взвесив «за» и «против», император решил взять Доростол измором. То, что ромеи не кинулись на штурм, было дурным знаком. Что такое осада, знали и Свенельд, и сам Святослав. Голод, жажда, смертельные болезни. Нет, так бесславно умирать русичи не станут. На совете было решено наутро еще раз выйти из города и драться.
Дружинники во главе с князем покинули крепость и построились для атаки. Византийцы ударили, как только заметили врага, и прижали русских к стене. Отбиваясь от вражеских мечей, Свинельд видел, как один за другим падают его воины. Святослав приказал трубить отход, и русские вновь отступили за стены Доростола. Всю ночь в крепости горели костры. До ромейского лагеря доносились воинственные кличи и жуткие завывания, которые издавали язычники. Русские дружинники оплакивали погибших воинов и предавали огню их тела. Тем временем византийская армия усиливалась. На Дунай прибыл императорский флот и отрезал войску Святослава путь к отступлению через реку. На стороне Цимисхия было и техническое превосходство. Он располагал специальной осадной техникой, а также греческим огнем. Греческий огонь – легко воспламеняющаяся смесь, точный состав которой сегодня неизвестен. Автором изобретения считается инженер и архитектор Калиник, который придумал специальные приспособления, позволявшие выпускать струю пламени на большое расстояние. Первоначально применялся на флоте. Позднее появились устройства, позволяющие применять горючую смесь в сухопутных боях. Кроме того, византийская армия имела на вооружении камнеметы. На осажденный Доростол беспрерывно сыпался град камней и летел греческий огонь. Воины Святослава погибали от ран, горели живьем, но не сдавались. Время от времени они совершали вылазки, пытаясь уничтожить боевые машины ромеев. В одном из рейдов погиб воевода Свенкель, который не так давно вырвался из горящего Переяславца. Шел второй месяц осады. Защитники Доростола держались. Сражаться становилось все труднее, съестные припасы заканчивались. Пополнить их в окруженном врагами городе было негде. Если Святослав ничего не предпримет, его дружине долго не выстоять. Князь собрал своих воевод. Часом ранее он говорил со Свинельдом. И на этот раз старый наставник Святослава не возражал. Воевода согласился с решением князя прекратить все вылазки и дать ромеям решающий бой за городскими стенами. Воеводы молчали, обдумывая предложение своего правителя и оценивая свои силы. Но тут Святослав произнес слова, которые поставили точку в этом совете. «Мертвые сраму не имут», — так говорил тот, кто привык рисковать жизнью и не раз смотрел смерти в лицо. Так говорил Русич. Ранним утром киевская дружина вышла из крепости. Чтобы ни у кого не возникло даже мысли об отступлении, князь приказал закрыть у всех за спиной ворота Доростола. Русские пошли в атаку. Битва продолжалась полдня. Казалось, удача улыбнулась Святославу, и победа близка. Лишь удар тяжелой конницы спас ромеев. Но русские дружинники не дрогнули. Не побежали они, когда им в тыл зашли резервы византийской армии. Окруженный со всех сторон Святослав не складывал оружие. Византийским воинам помогла погода. Позже они сами называли это помощью свыше. Внезапно в сторону княжеской дружины подул сильный ветер, и вскоре началась песчаная буря. Ослепленные воины растерялись. Затем грянул гром и хлынул чудовищный ливень. Дружина побежала.
конница ромеев гналась за русичами и рубила всех подряд. Теперь шансов на победу у Святослава не оставалось. Князь начал переговоры с Иоанном Цимисхием. Он прибыл на встречу с императором в лодке с небольшой группой воинов. Все они были одеты в простые белые рубахи, без доспехов и оружия. Святослава узнали с трудом. От простого дружинника он почти ничем не отличался. Переговоры продолжались недолго. Цимисхий согласился не препятствовать русским в возвращении домой и пообещал обеспечить их продовольствием. Святославу пришлось признать права Византии на влияние в болгарских землях и вернуть крепость Доростол. Торговые отношения между Восточной Римской империей и Русью были восстановлены в прежнем объеме. Причем киевский князь обязался не предпринимать новых войн против Византии. Восточная Римская империя присоединила к себе большую часть Болгарии, а ее царь Борис сменил царский титул на звание византийского вельможи. 4 года вел Святослав эту войну и полагал, что победа у него в руках. Теперь же вместе с уцелевшими воинами он покидал Болгарию. Ромеи сдержали слово и не мешали киевскому войску. Они даже снабдили князя запасом хлеба, которого должно было хватить на обратный путь. Лишь небольшие отряды византийских всадников издалека присматривали за уходящей русской дружиной. Вскоре они навсегда скрылись за холмами. Но тревога не покидала Свинельда. Чутье воина подсказывало старому воеводе. За их отрядом кто-то наблюдает. Вскоре это ощущение подтвердилось. Один из дозорных сообщил, что рядом рыщут печенеги хана Кури. Ладьи прошли Черное море и вошли в устье Днепра. Здесь русичи столкнулись с серьезным препятствием. Уровень воды в реке сильно упал. Пройти обмелевшие пороги беспрепятственно, да еще и под угрозой со стороны кочевников, было почти невозможно. Свинельд предлагал вернуться в Киев по суше. На варяжскую дружину, пусть даже такую малочисленную, хан Куря напасть остережется. Но Святослав не хотел бросать ладьи, раненых и захваченную добычу. Было решено, что в Киев с небольшим отрядом отправится Свинельд, а князь и оставшиеся воины останутся зимовать на порогах до весеннего полноводья. Уже наступала осень, когда два соратника простились. Старый и молодой, воевода и князь, мудрость и боевой пыл. Свинельд еще раз обернулся на Святослава. Тот стоял в белой рубахе, глубоко задумавшись. Размышлял ли он о новых военных походах? Мечтал ли обосноваться в Киеве? Или думал о том, что христианский бог, бог его матери, оказался сильнее языческих богов, когда отнял у него победу над ромеями? О судьбе своего князя Свинельд узнал не скоро. Зимой в русском лагере начался голод. Святослав вместе со всеми ждал весны, когда придет большая вода и можно будет сесть на ладьи. Когда лед начал сходить, корабли двинулись в сторону Киева. Но на днепровских порогах их поджидал большой отряд печенегов. Почти все воины князя, изможденные тяжелой зимовкой, были перебиты. В этом бою погиб и сам Святослав.
Рассказали об этом несколько уцелевших дружинников, которые добрались до Киева. Позже говорили о том, что печенежский хан Куря повелел обезглавить тело русского князя и сделать из его черепа кубок. Говорили и о том, что напасть на Святослава Курю подговорили все те же византийцы. Они боялись русского князя, даже после победы в войне. Князя, который в 4 года метнул боевое копье во врага. Князя, который разгромил могущественных хазар, завоевал Болгарию и который не побоялся бросить вызов самой Византийской империи. Князя-воина Святослава Игоревича. Прошло всего 20 лет со дня смерти киевского князя Ярослава Мудрого, а едва созданное русское государство готово было рассыпаться на отдельные княжества. Между его потомками шла кровавая борьба за власть. Брат ополчился на брата, города шли войной друг на друга. А тем временем набирал силу общий враг. Половцы. Сначала кочевники грабили села на южных границах. Но пока князья сражались друг с другом, половецкие ханы, чувствуя безнаказанность, начали осаждать крупные города. Дошло до того, что половцы выдвинули неслыханное требование. Киев должен платить им дань в обмен на безопасность. Это было угрозой самому существованию Руси. Дать отпор врагу можно было, лишь объединив силы всех русских земель. Князю Владимиру Мономаху предстояло совершить почти невозможное. Прекратить внутреннюю вражду и, собрав объединенное войско, с мечом в руках защитить будущее Родины. В 1066 году Русью правили 3 сына Ярослава Мудрого, стремясь поддерживать в державе мир и согласие. А в это время вдалеке от русских земель разгоралась война. Герцог Нормандии Вильгельм, носивший унизительную кличку «Незаконно рожденный», предъявил претензии на английскую корону. Его войска вторглись в Англию. Король Гарольд II был убит, а нормандский герцог занял английский престол и отныне именовался Вильгельмом Завоевателем. Дочь убитого короля Гарольда Гита Уэссекская бежала в Данию. Когда девушка подросла, ей подыскали знатного жениха,
молодого русского князя. Звали его Владимиром, и носил он необычное для русичей прозвище Мономах. — 1074 год. Корабль был готов к отплытию. Команда опасалась того, что может начаться шторм, и торопилась выйти в море. Гите тоже было страшно. Но боялась она не бури. Еще недавно принцесса, дочь английского короля, а сегодня сирота, изгнанница, она собиралась в долгий путь навстречу своей судьбе. А в Смоленске молодой князь Владимир Мономах ждал свою невесту. Всего год, как отец поставил его править городом, но иноземцев юный князь уже повидал. Заморские торговые люди на Руси не в диковину, но вот принцесса, какова она, хороша ли собой? По-русски она не говорит, это точно. Хорошо отец молодого князя Всеволод Ярославич владеет 5 языками и сына кое-чему научил. Вот и ладья, и где-то на ней его невеста. Так в Смоленске пересеклись 3 династии – английских королей, русских князей и византийских императоров. Владимир Мономах приходился внуком великому князю Ярославу Мудрому. Отец Владимира, Всеволод, женился на византийской принцессе из рода императора Константина Мономаха. От фамильного имени матери Владимир унаследовал свое прозвище. В переводе с греческого оно значит «единоборец». Пройдут годы, и князь докажет справедливость этого определения. Он примет участие более чем в 80 битвах и походах, и почти все они завершатся победами. А имя Мономаха русичи будут произносить с почтением и гордостью. Когда маленькому Мономаху исполнился всего год, умер его дед Ярослав Мудрый. Много великих дел совершил за свою долгую жизнь великий князь. Ходил в походы, покорял соседние племена, усмирял степных врагов печенегов, строил города и храмы, создал первый на Руси писанный свод законов – «Правду Ярослава Владимировича». Но перед смертью Ярослав был обеспокоен будущим своей державы. Не вспыхнут ли между его сыновьями распри за великокняжеский престол? Он помнил, как сам взбунтовался против отца Владимира Великого и воевал с родными братьями. Как избежать нового братоубийства? Ярославу Мудрому казалось, что он нашел выход. Своим преемником он сделал старшего сына Изяслава. Остальным дал в управление волости: Святославу Чернигов, Всеволоду Переяславль, двум младшим Вячеславу и Игорю Владимир Волынский и Смоленск, и приказал сыновьям слушаться старшего брата. По завещанию Ярослава после смерти Изяслава киевский стол по очереди наследовали его братья – Святослав, затем Всеволод. Вслед за ними их дети – тоже в порядке родового старшинства. Так на Руси утвердился обычай передачи престола – лествичный или очередной. Лествичное право – система престола наследия в Древней Руси. Название происходит от старославянского слова «лествица», то есть «лестница». Лествичное право основывалось на представлении о том, что у русских земель нет единого властителя, и ими совместно владеют все князья рода Рюриковичей. Титул великого князя переходил не от отца к сыну, а к старшему в роду. Соответственно, по старшинству распределялись и все владения. Старшие князья правили более богатыми городами, младшие – отдаленными.
Но если в Киеве менялся великий князь, сразу же начиналось новое перераспределение владений. Младшие князья поднимались в иерархии, получая в управление более богатые княжества. ...1075 год. Гита не сразу разобралась в этих запутанных правилах. У нее на родине король правил всей страной, и власть передавалась сыну. Правда, это правило часто нарушалось. Ее отец захватил престол благодаря богатству и военной силе, и, став королем, свою власть ни с кем уже не делил. На Руси все обстояло сложнее. Гита соглашалась с мужем, что замысел его деда был хорош. Все потомки Рюрика живут в мире и согласии. И сообща владеют русскими землями, отчего страна должна процветать. Но на деле часто выходило совсем по-другому. Правила лестницы соблюдались, хотя и с некоторыми нарушениями, в течение нескольких веков. Но они же приводили и к разобщению Руси. Чем сильнее разветвлялось семейное древо Рюриковичей, тем больше появлялось претендентов на власть. Княжества дробились на мелкие уделы, которые передавались новым потомкам. У самих правителей оставалось все меньше общих интересов, и все неохотнее подчинялись они великому князю. Лествичное право порождало и другую проблему. Когда один из Рюриковичей умирал, так и не дождавшись своей очереди на княжение, его сыновья оставались вовсе без удела. Называли таких князей изгоями. Жили они у родственников или служили в войске, но случалось, что недовольные своей долей, они восставали и пытались силой завладеть чужими землями. Первые годы после смерти Ярослава были спокойными. Русью правили его старшие сыновья – Изяслав Киевский, Святослав Черниговский и Всеволод Переяславльский. Но постепенно стали возникать споры. То один, то другой правитель заявляли о своих правах. Сначала конфликты удавалось решать без крови. Но князь Всеслав, владевший полоцкими землями, решил заявить о своих правах, взявшись за меч. Всеслав Бречеславич, властитель Полоцкого княжества, одного из самых богатых на Руси, где правил необычайно долго – 57 лет. Проводил независимую от Киева политику, значительно увеличив площадь своих владений. В слове о полку Игореве упоминается как чародей. Получив отпор от сыновей Ярослава, он своей дружиной разграбил окрестности Киева. На саму столицу идти не решился, но напал на Псков и Новгород. Несколько дней его воины грабили и убивали. Новгород был частично сожжен. Часть горожан уведена в плен, а колокола и иконы новгородских церквей увезены в Полоцк. Новгородцы говорили, что даже река Волхов не стерпела такого поругания. И 4 дня текла вспять. С большим трудом объединенное войско Ярославичей смогло одолеть чародея. В этом походе принял участие и Владимир Мономах. Ему шел 14-й год. Сначала он стал свидетелем кровопролитной схватки между родичами, а затем коварства собственного отца и его братьев. Они хитростью заманили Всеслава на переговоры, обманом взяли в плен и заточили в киевскую темницу. Утешало лишь одно – казалось, что война закончена. Но тут на Русь обрушилась новая беда. В 1068 году с юга хлынули орды кочевого народа.
Половцы – кочевой народ тюркского происхождения, к середине XI века расселившийся на огромной территории от Дуная до Сибири. На Востоке были известны как кыпчаки. На Руси их звали половцами, от древнерусского слова «полова», то есть «солома», за необычный для тюрок светлый цвет волос. Половцы делились на роды и племена орды, во главе которых стояли ханы. Легкая конница кочевников, мастерски владевшая луком и стрелами, была для соседей смертельно опасным противником. Гита еще ни разу не видела половцев. Только муж и его двоюродный брат, князь Олег, без конца говорили о битвах с кочевниками. Что будет, если дикари ворвутся в Смоленск? Особенно страшно за их с Владимиром первенца. Гита помнила, чем заканчивается приход иноземцев. А что потом? Куда ей бежать? И только глядя на Владимира, такого спокойного и уверенного, княгиня чувствовала, что страх немного отступает. Половцы расселились в диком поле, огромной степной полосе между Черным и Азовским морями, после того, как Ярослав Мудрый разгромил других кочевников – печенегов. Печенежские племена ушли на запад, а половцы заняли их территорию. Тогда еще никто не знал, что с их приходом на Руси начнется череда новых войн. Первая встреча с новыми соседями закончилась мирно. Отец Мономаха, князь Всеволод, заключил с ними договор о границе. Но вскоре стало ясно, что эти договоры ничего не стоят. Кочевники нападали на русские земли, сжигая селения и уводя с собой пленников. Больше всего от этих набегов страдало владение Всеволода, Переяславль Русский. Сегодня Переяслав Хмельницкий. Летом 1068 года отразить половецкое нашествие вышли все три сына Ярослава Мудрого. На реке Альте они встретились с войском хана Шарукана. И тут выяснилось, что противник сильнее, чем казалось. Битва закончилась разгромом русского войска. Поражение было настолько неожиданным, что князь Святослав бежал в Чернигов, а Изяслав и Всеволод укрылись в Киеве. Половцы рассыпались по русской земле, опустошая села. Изяслав бежал в Польшу, и великим киевским князем стал Святослав. Всеволод сохранил за собой Переяславль и получил в придачу к нему Чернигов, второй по значению город после Киева. 15-летний Мономах не вмешивался в эту брань. Он не смел судить своего отца, но прекрасно понимал, какие опасности несут русской земле неприятельские набеги с одной стороны и княжеские междоусобицы с другой. Времена единства Руси уходили в прошлое. Наступала тревожная эпоха, наполненная звоном оружия. Смоленск. 1077 год. От мужа Гита давно знала, что враги его родины – люди из степи. Поэтому отказывалась понимать, что воевать он будет не с половцами, а с Олегом. Тем самым Олегом, который крестил их сына. Она уже ждала второго ребенка, а муж шел сражаться со своим другом и двоюродным братом. Неужели этот поток крови никогда не остановится? Олег Святославич. Четвертый сын Святослава Ярославича. Как друг Владимира Мономаха, стал крестным его первого сына Мстислава. Вместе со своими братьями был зачинщиком ряда междоусобных войн, приглашая в союзники половцев. В качестве платы отдавал половецким ханам захваченные земли в грабеж.
В слове о полку Игореве назван Гориславичем за страшный вред, что он принес русской земле. Бывшие друзья Владимир Мономах и Олег Святославич превратились во врагов в одночасье. В 1076 году в Киеве умер Святослав, отец Олега. На родину из Польши поспешил изгнанник Изяслав. К тому моменту отец Мономаха Всеволод успел въехать в Киев, но решил уступить его старшему брату, как законному владельцу, и довольствоваться Черниговым. Но сыновья Святослава во главе с Олегом не пустили Всеволода в Чернигов. Они заняли город как свою вотчину и приготовились к войне. Олег позвал в союзники злейших врагов Руси, половцев, и дружину своего двоюродного брата Бориса Вячеславича, князя далекой Тмутаракани. Всеволод принял бой, но потерпел поражение. Тогда он обратился за помощью к брату, киевскому князю Изяславу, и к сыну, Владимиру Мономаху, князю Смоленскому. Владимиру идти на эту войну было тяжелее, чем прочим. Олег не просто приходился ему двоюродным братом, он был его верным другом и крестным отцом его сына Мстислава. Но отказать отцу Владимир не мог. Как и другие князья, он все глубже погружался в пучину братоубийственного конфликта. Исход противостояния решила битва на Нежатиной Ниве под Черниговом. 3 октября 1078 года дружины Всеволода, Владимира и Изяслава стали против воинов Олега и Бориса Тмутараканского. Олег колебался до последнего. Когда войска уже выстроились в боевой порядок, он предложил Борису попробовать решить дело миром. Но тот рвался в битву. Зачинщики смуты потерпели поражение. Борис погиб, Олег бежал в Тмутаракань. А в стане Ярославичей получил смертельное ранение киевский князь Изяслав. Это значило, что отец Мономаха становился старшим в роде и получал титул великого киевского князя. Сам же Владимир получил от отца Черниговское княжество, за которое велась война. Но междоусобицы и тут не прекратились. Олег не желал смириться с потерей своих вотчин и собирал войско. Вновь вооружился освобожденный из тюрьмы полоцкий колдун Всеслав Бричеславич. Неспокойно было и на Волыни, и в Новгороде, и все чаще князья-соперники звали в союзники половцев. Мономах по-прежнему считал половцев главной опасностью для Руси. Много раз он пытался решить с кочевниками дело полюбовно, но не мог добиться твердого мира. Над каждым племенем стоял свой хан. С некоторыми из них можно было договориться, но уберечься от нападения остальных не получалось. В 1093 году, когда Мономаху исполнилось 40 лет, умер его отец, киевский князь Всеволод. Бояре знали, что киевляне любят Владимира. Они советовали ему занять великокняжеский престол силой, убеждали, что народ его поддержит. Однако по старшинству право княжения принадлежало сыну убитого Изяслава, Святополку. Едва ли впервые на Руси князь ради мира добровольно отказался от власти, которая, казалось, сама шла к нему в руки. Великим князем стал двоюродный брат Владимира, Святополк II Изяславич.
Святополк также горел желанием разгромить половцев. Но он слишком торопился. Победить кочевников можно было только сообща, установив мир на своей земле. Но над русскими князьями, казалось, давлеет какой-то злой рок, который всякий раз приводил к катастрофе. Все началось с того, что в Киев прибыло посольство от половцев. Они требовали от Святополка ни много ни мало выплаты дани, и при этом условии обещали не трогать Киев. Еще никто не осмеливался ставить таких условий русским князьям. Возмущенный Святополк бросил послов в темницу. Узнав об этом, кочевники взяли в осаду город Торческ. Святополк стал готовиться к походу, призывая родичей объединить силы. Но большинство князей идти на войну отказалось. Их города находились далеко от степи. И князья надеялись, что половецкое нашествие не достигнет их земель. Среди тех, кто откликнулся на призыв, были Владимир Мономах и его младший брат Ростислав. Успеха от этого похода Владимир не ждал. Слишком уж малое войско удалось собрать. Но уступить врагу сейчас значило завтра полностью покориться ханам. Гита снова прощалась с мужем. Ее трое сыновей, Мстислав, Изяслав, Святослав, уже стали воинами. Роман и Ярополк скоро тоже пойдут в походы. Даже десятилетний Вячеслав, прощаясь с отцом, просил взять его с собой. Княжеские дети взрослеют рано, а главное дело князя – защита своей земли. Прибыв в Киев, Владимир и Ростислав отправились в Печерский монастырь, чтобы перед походом помолиться у гроба преподобного Феодосия, основателя Печерской обители. Печерский монастырь был основан в середине XI века монахами Антонием и Феодосием на месте пещеры, вырытой для уединенных молитв священником Иларионом, будущим киевским митрополитом. В 1688 году получил статус лавры, то есть монастыря, имеющего особое историческое и духовное значение, и под именем Киево-Печерской лавры известен до наших дней. После посещения монастыря Ростислав и его люди спустились к Днепру. Здесь они встретили монаха Григория, который пришел к реке за водой. Дружинники стали потешаться над схимником, на что Григорий произнес с печалью: «О, чады мои, вам бы нужно иметь умиление и многих молитв искать, а вы зло делаете. Не угодно это Богу. Плачьте о своей погибели и кайтесь в согрешениях своих, чтобы хоть в страшный день принять отраду. Суд уже настиг вас. Все вы и с князем вашим умрете в воде». 23-летний князь Ростислав был горяч и скор на решение. «Врешь, старик, сам ты умрешь от воды». Его воины совершили невиданное преступление. Старца Григория связали и бросили в Днепр. Войско выступило в поход. Мономах предлагал князьям уклониться от сражения в чистом поле, не переходить полноводную весной реку Стугну и ждать половцев на укрепленной позиции. Однако Святополк остался непреклонен. Никакой обороны, только наступление. 26 мая 1093 года силы Святополка и черниговские воины Владимира Мономаха расположились на флангах. Центр заняла дружина Ростислава. Половецкая конница сначала нанесла удар по киевлянам и смешала их ряды. Следующий удар пришелся по полкам Ростислава. Те дрогнули и побежали. Но отступать было некуда. Позади река. Когда побежденные русские ратники пытались переплыть Стугну,
хлынул проливной дождь. Пророчество печерского старца исполнилось в точности. В воде нашли свою смерть все, кто насмехался над схимником и злодейски лишил его жизни. Владимир пытался спасти Ростислава, но едва не погиб сам. Доспехи потянули его ко дну. Верные дружинники успели вытащить своего князя на берег. Торческ пал. Его жителей кочевники увели в рабство, а город сожгли дотла. Вслед за этой бедой пришла другая. Когда Олег узнал о поражении при Стугне, он решил, что его час снова пробил. 16 лет он жил в изгнании, мечтая отвоевать у Владимира Чернигов. Мономах полюбил этот город, укрепил его новой стеной, украсил храмами. И вот над Черниговом снова сгустились тучи. В 1094 году Олег привел под его стены единственных союзников – половцев. Они взяли Чернигов в осаду и принялись разорять окрестные земли, сжигая села и монастыри. Владимир с семьей был заперт в Чернигове. Ему предстояло либо выйти с дружиной из города и драться с двоюродным братом, либо отдать ему свой город. Он хотел лишь одного, чтобы язычники никогда не увидели княжеского позора, того, как сражаются друг против друга православные братья. После 8 дней осады, чтобы спасти город, он уступил Чернигов Олегу и произнес фразу, ставшую знаменитой: «Не хвалитесь поганым». Из поучения Владимира Мономаха. «И вышли мы на святого Бориса день из Чернигова, и ехали сквозь полки половецкие, около 100 человек с детьми и женами, и облизывались на нас половцы, точно волки, стоя у перевоза и на горах. Агите хотелось посмотреть в глаза Олегу, который крестил их с Владимиром сына, а теперь, приведя с собой кочевников, выгонял ее детей из дому». Олег сел в Чернигове. Заплатить половцам за услуги ему было нечем, и он предоставил им полную свободу грабежа по всей Черниговской земле. Мономах с семьей отправился в Переяславль, город, где прошло его детство, но покоя князь не обрел и там. Вскоре Олег со своими братьями отобрал у Мономаха Смоленск, а затем и Муром. Владимир отправил сына Изяслава в Муром, чтобы вернуть город. 6 сентября 1096 года под его стенами 17-летний Изяслав погиб на глазах своего двоюродного дяди Олега. Олег этим не ограничился. Он занял даже самые дальние вотчины Мономаха – Ростов и Суздаль. Лишь вмешательство старшего сына Мономаха, Мстислава, с новгородским войском заставило Олега оставить захваченные области. Добрую половину времени, которое Владимир провел на княжеском престоле, он боролся с бывшим другом. Уступал Олегу, когда мог, и сражался, когда того требовал долг. Но даже теперь, потеряв сына и имея достаточно сил, чтобы отомстить за него, он думал не о возмездии. Владимир писал Олегу о мире. «Дивно ли, если муж пал на войне? Умирали так лучшие из предков наших. Не хочу зла, но добра хочу братья и русской земле. Душа моя дороже мне всего света сего». Первая попытка к примирению произошла в 1097 году в городе Любичи, где встретились 6 князей, включая киевского князя Святополка, Владимира Мономаха, Олега Святославича и его брата Давида. Чтобы прекратить усобицы, они узаконили правила: каждый додержит отчину свою.
то есть ту землю, которую получили от Ярослава Мудрого и их отцы. С противостоянием Олега и Владимира было покончено. Но Любичский съезд не принес мира. Поводом для нового междоусобия стало неслыханное преступление – ослепление князя Василька Ростиславича Теребовольского. За спиной совершивших преступление, по мнению большинства участников тех событий, стоял святополк Киевский, а приказы отдавал Давид Игоревич Владимир Волынский. Война вспыхнула вновь. И чем больше братской крови проливали русичи, тем смелее становились половцы. Хан Боняк едва не осадил Киев, придав его окрестности страшному разорению. Сожгли пригородный великокняжеский дворец и Печерский монастырь. Мономах настиг половцев на реке Трубеж. В этой битве нашел свою смерть половецкий хан Тугаркан, оставшийся в былинах под именем Тугарина Змеевича. Но силы половцев по-прежнему были велики, а русские князья оставались разрозненными. И тогда Владимир решил объединить страну не оружием, а словом. В августе 1100 года в городок Уветичий, неподалеку от Киева, по настоянию Мономаха съехались старшие князья Рюрикова рода. За ослепление Василька князя Давида Игоревича лишили Волынской волости и изгнали со съезда. Ослепленному Васильку вернули Теребовль. Князья, по выражению летописца, сотворили мир меж собою, положив конец междоусобице. Узнав об этом, половецкие ханы встревожились и предложили русичам заключить мир. Святополк согласился навстречу. Она состоялась у городка Саково, что в те годы стоял на реке Золоче под Киевом. Посовещались, дали друг другу клятвы в вечном мире и разъехались по домам. Владимир был против этого мира и оказался прав. Ровно через год хан Боняк напал на земли Южной Руси. После этого общий поход на половцев стал неизбежным. 50-летний Мономах, ставший уже настоящим лидером среди князей, снова призвал их собраться, назначив местом встречи Долопское озеро рядом с Киевом. Долопское озеро и речка Золоча, где проходили съезды князей, сегодня не существуют ввиду сильного изменения русла реки Днепр. По мнению историков, они находились на левом берегу Днепра в пределах нынешней черты города Киева. Март 1103 года. Князья внимательно слушали Владимира, но не спешили соглашаться. У каждого свои заботы, а Мономах предлагал идти войной на степь. Далеко и опасно. Половцы там у себя дома. Особенно возражали киевляне, святополк с боярами. Собирать войско весной значило оторвать крестьян с лошадьми от пашни. Но Мономах был тверд. Сейчас или никогда. Если не дать степнякам отпор, то скоро пахать землю будет вовсе некому. Воодушевленные речью Владимира в поход выступили почти все. Не пошел лишь Олег Святославич, сослался на болезнь. И все же на Долопском озере впервые в истории русские князья согласились объединиться в борьбе против внешнего врага. Начиналась война с половцами. Едва на Днепре завершился ледоход, объединенное войско выступило в поход. Конница шла берегом, пехота на ладьях. У острова Хортица, рядом с Днепровскими порогами, русичи оставили корабли и двинулись по степи на восток, к Азовскому морю. В начале апреля войска вышли к реке Сутень. На рубеже XI и XII веков основой русского войска была конная княжеская дружина, делившаяся на лепшую или старшую и молодшую, то есть младшую. В старшей служили бояре и ближайшие княжеские сподвижники. Младшая дружина состояла из отроков, гридей, и детских, то есть совсем молодых воинов.
В случае необходимости городское вече созывало народное ополчение, которое сражалось в пешем строю. Служили в русском войске и наемники, варяги, а также кочевники из разных племен, среди которых были и половецкие воины. Имели русские княжества и ладейный флот. Мономах послал вперед сына Ярополка с отрядом и ждал от него вестей. Когда вдали появился гонец от сына, Владимир сам поскакал ему навстречу. Ярополк не подвел отца. Он подстерег хана Алтунопу, возглавлявшего сторожевые части степняков, и уничтожил весь отряд вместе с ханом. Но главные силы врага уже приближались. Двинулись полки половецкие, как лес. Конца им не было видно, и Русь пошла им навстречу. Так, по словам летописца, началось сражение. Мало кто мог выдержать удар конницы кочевников. Своей мощью и быстротой она напоминала сход горной лавины. Но весной кони степняков ослабли после голодной зимы, и стремительного удара не получилось. Пробить сомкнутый строй русских щитов и копий враги не смогли. В ответ ударила с флангов русская конница. Разгром был ошеломляющим. Точное число погибших неизвестно, но одних только половецких ханов в этом бою погибло 20 человек. Победа на реке Сутине сломала хребет половецкому нашествию. Отныне русские дружины сами ходили на степь, не давая ханам собраться с силами. Год. Прошло 4 года. Мономах готовился к новому походу. Русское войско окрепло в боях. Князья и воины набрались опыта. Но ничто не могло заменить самую главную потерю Мономаха. Смерть забрала у него Гиту, его надежду и опору во всех испытаниях, мать 6 его сыновей. В поход отправлялся 54-летний вдовец. Смерть принцессы Гиты Уэссекской вызывает споры среди историков. Однажды сын Мономаха, Мстислав, получил тяжелую рану на охоте. Медведь распорол ему живот. Гита всю ночь молилась за него святому Пантелеймону. Мстислав увидел во сне юношу, который пообещал его исцелить. Наутро юноша, похожий на святого Пантелеймона, наяву пришел к больному и вылечил его. После этого Гита дала обет совершить паломничество в Иерусалим. Якобы отправилась туда и умерла в Палестине в 1098 году. Другие историки полагают, что она окончила свои дни в 1107 году в Смоленске. Войско Мономаха подошло к реке Сула, где его встретили заклятые враги. Ханы Баняк и Шарукан воевали еще с его отцом Всеволодом. После неожиданной атаки русичей половцы обратились в бегство. Этот разгром испугал других половецких властителей. К Мономаху прибыло посольство, и князь заключил мир с кочевниками. Большинству племен уже не приходило в голову нарушать соглашение. Но еще жив был Шарукан. Еще жаждал мести Баняк, потерявший в бою родного брата. Владимир понимал, сколь хрупким может оказаться затишье на русских границах, и готовил новый удар по Великой степи. Весной 1111 года объединенная русская армия направилась в сердце половецких земель, на ставку Шарукана, город Шарукань.
Во главе своих полков шли Владимир Мономах, Святополк Киевский и полоцкий князь Давид, сын того самого Всеслава-чародея, а ныне зять старшего сына Мономаха, Мстислава. Замысел новой войны поражал своим масштабом. Еще никогда русские воины не заходили так далеко на восток. Над степью разносилось молитвенное пение. Войско сопровождали священники. После нескольких сражений Шарукань сдалась. Но русские потеряли слишком много воинов. Заканчивалось продовольствие. А навстречу надвигалось огромное неприятельское войско. Поражение означало смерть либо плен. Отступать было некуда. Вокруг лишь дикая степь. Мономаху оставалось только побеждать. Побеждать во что бы то ни стало. После боя к Владимиру привели пленника. Мономах спросил, как же при такой силе степняки не смогли одолеть поредевшее русское войско. Половец отвечал: «Как мы можем биться с вами, когда некие ездили вверху вас в оружии светлом и страшном и помогали вам?» Божьей помощью и заступничеством свыше объясняли русские эту победу, полную и безоговорочную. Спустя год князь отправил своего сына Ярополка в Великую степь напомнить поганым о силе русского оружия. Но тот вернулся с неожиданной вестью. Степь была пуста. Снова открылся путь купеческим караванам. С оживлением торговли богатели посады. Отстраивались разоренные приграничные города. А князю, подарившему родной земле процветание, предстояло подняться на последнюю, самую высокую ступеньку лестницы. Весной 1113 года к Мономаху прибыл посланец из Киева. В столице восстания. Князь Святополк умер. Бедняки бросились громить дворы состоятельных горожан и особенно ненавистных ростовщиков. Не было в киевлянах согласия. Одни звали на великокняжеский стол Давида Черниговского, а другие стояли за Владимира Мономаха. Но Мономах оставался верен себе. Давид старший, по закону, данному Ярославом Мудрым, ему и управлять столицей. Однако Давид не спешил ехать в Киев. Бунт ширился. Народное вече призывало на стол Владимира. И он пришел, чтобы спасти свою отчину, город, где княжили его дед и отец. Невероятно, но впервые в русской истории законные наследники Давид и Олег Святославичи не выступили против. До конца своих дней князь Владимир прочно держал власть над всей русской землей. Влияние человека, который покончил с междоусобицами и победил половцев, было огромным. Даже византийский император в знак уважения преподнес князю богатые дары. Позже это породило легенду о шапке Мономаха. Шапка Мономаха – золотой остроконечный головной убор с соболиной опушкой, увенчанный крестом и украшенный драгоценными камнями. Символ русского самодержавия. Надевалась при венчании на царство. Вопреки легенде, отразившейся в названии шапки, она не принадлежала князю Владимиру, а была создана гораздо позднее. Хотя Мономах никогда не надевал знаменитую шапку, символ власти и единства русских земель, она не случайно названа его именем. Сама жизнь князя была призывом к миру и согласию. До наших дней дошло его поучение – нравственное завещание потомкам, где он делился опытом, учил, как управлять государством и ради чего жить. Из поучения Владимира Мономаха. «Поистине, дети мои, разумейте, что человека любит Бог, милостив и премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить и поскорее пролить его кровь.
а Господь наш, владея и жизнью, и смертью, согрешения наши превыше голов наших терпит всю нашу жизнь. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их покаянием, слезами и милостынею. Владимир Всеволодович Мономах умер 19 мая 1125 года. Спустя 7 лет скончался его сын и наследник Мстислав Великий, последний князь единого русского государства, их сгитый первенец. Потомки пренебрегли заветами Мономаха. Междуусобные распри возобновились, и Русь окончательно раскололась на несколько независимых княжеств. А вскоре пришла еще более страшная беда. На русские земли обрушились монголо-татарские орды. Почти 300 лет понадобилось, чтобы сбросить ненавистное иго. И произошло это лишь после того, как все силы Руси объединились против общего врага, так же, как некогда при великом князе Владимире Мономахе. Князе, который никогда не искал власти. Князе, который отдал все, чтобы принести мир своей земле. С момента восхождения на московский престол великий князь Иван III считал своим главным делом собирание русских земель в единое государство. Княжества были разорены внутренними распрями, между тем, как на востоке собирал силы старый враг – Золотая Орда. 200 лет ордынцы получали русскую дань. Жгли города, убивали, грабили и уводили русичей в рабство. Теперь стране грозило новое татарское нашествие. Но русские князья были обеспокоены лишь сохранением личной власти. Иван III понимал, так больше продолжаться не может. Русь нуждается в единстве, иначе она просто погибнет. В 1478 году Великий Новгород вошел в состав Московского государства. Область за областью, княжество за княжеством присоединялись к Москве. Русь набирала силу, чтобы покончить, наконец, с зависимостью от монголо-татарской орды и завершить борьбу с ней. Борьбу, которая длилась уже более 200 лет.
Московскому послу Семену Толбузину была доверена миссия государственной важности. По личному указанию великого князя Ивана III ему предстояло завербовать в Италии инженера и привести его в Москву. Там наступали новые времена, а их символом должен был стать величественный Успенский собор, который строился в Кремле. Но храм, который почти возвели зодчие, внезапно рухнул. Оказалось, что фундамент был недостаточно глубоким, чтобы выдержать столь мощную нагрузку. Московский государь повелел разыскать в Европе инженера, который смог бы закончить постройку. Толбузин уже отчаялся найти архитектора, когда ему посоветовали обратиться к мастеру по имени Аристотель Фиораванти. Фиораванти сразу понравился послу широтой познаний и ясностью мыслей. На родине инженера ничто не держало, а далекая земля манила новыми возможностями. У Семена Толбузина не осталось сомнений. Аристотель – именно тот, кто нужен великому князю московскому. Аристотель Фиораванти – итальянский архитектор, инженер. Сооружал мосты, проектировал каналы и строил замки. Впервые в истории по заказу городской администрации передвинул на 13 метров колокольню в своем родном городе Болонье. Занимался литьем и по высшему позволению чеканкой монет. Ему исполнилось 60 лет, когда его пригласили в Россию. Аристотель достиг многого, но не главного. Зодчий до сих пор так и не создал шедевр, способный прославить его в веках. Приезд русского посла разрешил все его сомнения. Тем более, что новые заказчики согласились платить ему немыслимое по тем временам жалование – 10 рублей в месяц. За сумму в пятеро меньшую можно было купить отличного коня, а на оставшиеся деньги жить, не зная горя. Осенью 1474 года Аристотель вместе с сыном Андреа отправился в Москву, в страну, о которой почти ничего не знал. Лишь в дороге он услышал от русских спутников о событиях вековой давности. О страшном нашествии хана Тохтамыша. И о московском пожаре, случившемся 100 лет назад. 100 лет тому назад Москва, как и вся Русь, была данником Золотой Орды. Золотая Орда известна также как Улус-Джучи или Великий Улус, основанный в середине 13 века монгольским ханом Батыем, внуком Чингисхана. Ее территория охватывала часть Средней Азии, Поволжье, Северный Кавказ, Крым, Северное Причерноморье и Западную Сибирь. К середине XIV века Золотая Орда стала одним из самых крупных государств Евразии. Русские князья признавали ордынского хана своим верховным правителем и платили ему дань. Но огромная монголо-татарская империя уже рассыпалась на части. В самой Орде началась борьба за власть между ханами. Заговоры, убийства, мятежи привели к полному хаосу. Восстановить порядок, а заодно прибрать власть к рукам, попытался ордынский полководец Мамай. Во главе своего войска он поднял мятеж, но захватить ханскую столицу, Сарай, не смог. Тогда Мамай создал собственное государство. Его ставка расположилась на Днепровских берегах, а владения протянулись до западных берегов Волги. Мамай не был чингизидом, то есть потомком Чингисхана, а поэтому и не мог объявить себя полновластным ханом. Он назначал на ханский престол собственных ставленников и сам правил от их лица как Беклярбек, глава правительства.
Неурядицами в Орде воспользовался Дмитрий Иванович, великий князь московский, который отказался платить Орде положенную дань. Этот отказ свел врагов на поле Куликовской битвы. Где несметная Мамаева рать была разбита. Мамай бежал. Русские воины обрели вечную славу. А князь Дмитрий Иванович свое прозвище – Донской. Но эта победа не стала концом Мамая. У него имелся и другой враг – хан Тохтамыш, законный претендент на ханский престол. Их войска сошлись возле реки Калки. Но битвы не состоялось. Большинство воинов Мамая присягнули Тохтамышу, а их бывший предводитель бежал в Крым, где вскоре нашел свою смерть. Тохтамыш заново объединил Орду и сразу обратил свой взгляд к Москве. Он мечтал возродить величие ханской власти и, подобно своим предкам, безраздельно властвовать над Русью. Но Дмитрий Донской отказался и брать у Тохтамыша ярлык, то есть разрешение на правление, и платить ему дань. Война была неизбежна, и Москва готовилась к новому татарскому нашествию. Князь Дмитрий отправился в Кострому собирать войска, а защищать столицу княжества доверили Астею, литовскому князю, который находился на московской службе. В августе армия Тохтамыша осадила город. Здесь русские впервые применили огнестрельные орудия, которые назывались тюфяками. Слово «тюфяк» — восточного, вероятно, тюркского происхождения. Первое упоминание о тюфяках во время обороны Москвы является наиболее ранним свидетельством о применении огнестрельного оружия на Руси. До 17 века они применялись в качестве городской артиллерии. Тюфяки стреляли дробом, то есть рубленным железом, и имели ствол конической формы для веерного разлета дроба. При стрельбе устанавливались на колоды или козлы, реже — на колесные лафеты. Москвичам удалось отбить два приступа. Тогда противник пустился на хитрость. В стане Тохтамыша находились двое сыновей Суздальско-Нижегородского князя. Эти изменники стали убеждать москвичей, что хан пришел лишь наказать непокорного Дмитрия Донского, а к жителям не питает никакой ненависти. Если они преподнесут хану дары и покажут ему город, Тохтамыш уйдет с миром. Москвичи поверили предателям. Городские ворота открылись, из них вышла мирная делегация во главе с князем Астеем. Но татары изрубили делегатов и ворвались в город. А потом Москва запылала. В пожарах гибли люди, дома, храмы. Пламя пожирало тысячи драгоценных рукописей, свезенных в Москву со всего мира. После разграбления столицы татары жгли и разоряли окрестные города и деревни. Серпуховской князь Владимир Андреевич Храбрый выступил им навстречу и разбил большой отряд татар. Но исхода войны эта победа решить не могла. Тохтамыш с добычей и пленниками ушел в родные степи, увозя великокняжескую казну. Дмитрий Донской вернулся на пепелище. Всего 2 года назад он праздновал победу на Куликовом поле. А теперь снова пришлось признать зависимость от Орды. Русская земля оставалась раздробленной на отдельные княжества, и ей предстоял еще долгий путь к единству и полному освобождению. Аристотель Фиараванти прибыл в Москву в 1475 году. Мастера принял сам великий князь Иван III вместе с супругой Софьей.
Фиараванти принялся за работу немедленно, ведь для государя Успенский собор должен был стать видимым символом объединения земель и единства народа. Немало верст изъездил инженер, осматривая старинные русские храмы. Образцом для будущего храма он выбрал Успенский собор в прежней столице Северо-Западной Руси, Владимире на Клязьме. Весной 1476 года на Кремлевской площади закипела работа. А по вечерам Аристотель с помощью переводчика знакомился с русскими летописями. С пожелтевших страниц летописей проступала тень другого неприятеля, который 90 лет назад двинулся на Русь, великого эмира Тимура. У хана Тахтамыша, который сжег Москву, был враг куда более страшный, чем русские князья. Азию сотрясали походы великого эмира по имени Тимур или Тамерлан. Многим казалось, что в его лице сам Чингисхан возвратился из небытия. Тимур – среднеазиатский правитель и полководец из монгольского племени барласов. В молодости возглавлял шайку разбойников. Получил тяжелое ранение, отчего на всю жизнь остался хромым и получил прозвище Тимир-эль-Лянг или Тамерлан, то есть «железный хромец». Служил как полководец различным правителям Средней Азии. В результате междоусобных войн создал на территории современного Узбекистана собственное государство. Покорил часть Ирана, Ирака, Афганистана, Закавказья и создал империю Тимиридов, где носил титул великого эмира. Тахтамыш поначалу считался лишь ставленником Тимура в Золотой Орде, но, получив власть, Тахтамыш бросил вызов своему покровителю. Войска хана начали совершать набеги на земли Тимура, и тот решил наказать изменника. В 1388 году началась война, которой еще не видел свет. Несколько лет огромные армии Тимура и Тахтамыша сталкивались в битвах. Степи заливала кровь. Целые города оказались стертыми с лица земли. Наконец, в сражении на реке Терек Тимур наголову разгромил врага. Следующей целью победителя стала Русь. Летом 1395 года войско Железного Хромца подошло к ее рубежам. Пограничный город Елец был предан огню и мечу. Под угрозой оказалась Москва. В столице после смерти Дмитрия Донского правил его сын Василий I. Узнав о вторжении, князь пришел в отчаяние. Сдержать несметную армию Тимура не смог бы никто. Казалось, судьба столицы решена. И тогда митрополит Киприан предложил доставить из Владимира чудотворную икону Божьей Матери. Когда образ привезли, встречать его вышли князь с семейством и огромная толпа москвичей. Улица, на которой это произошло, по сей день называется Сретенкой, от древнерусского слова «сретенье», то есть «встреча». Там же был основан Сретенский монастырь. Князь Василий склонился перед иконой, прося Богоматери о заступничестве. И тут случилось невероятное. В Москву прискакал гонец с ошеломляющей вестью. Войско Тимура повернуло назад. Никаких объяснений этому не было. По легенде, ночью перед Тимуром предстала грозная женщина и повелела убираться с русской земли. А утром эмир вышел из своего шатра и приказал трубить сигнал к отступлению. И он ушел. В
Фиараванти вникал во все подробности строительства, сам проверял качество белого камня, следил, как вбивают дубовые сваи в фундамент храма. Дело для московских зодчих было новое, как и производство качественного кирпича. Тот, который делали в Москве, Аристотель забраковал. Слишком тонкий и недостаточно прочный. По настоянию итальянского мастера в Москве построили мануфактуру, на которой производили кирпич. Дело спорилось. Государь средств на строительство не жалел и к советам иноземца прислушивался. В одной из бесед выяснилось, что итальянец знает толк и в оружейном деле, и великий князь поручил ему организацию первого на Руси пушечно-литейного двора. Иван твердо решил покончить с зависимостью от Орды, раз и навсегда. Он хорошо помнил и о Тахтамыше, и о Тимуре, и о тех, кто приходил на Русь после них. От Тимура Москва была спасена, но в эти же годы начала восходить звезда нового полководца – Едигея. Едигей носил звание темника в ордынском войске, то есть имел в подчинении 10 тысяч воинов, по-древнерусски «тьму». Свою службу начал при дворе Тимура и даже породнился с ним. Сестра Едигея стала женой великого эмира. Как и Мамай, Едигей не был чингизидом, но обзавелся многотысячной армией сторонников и начал вершить собственную политику. После разгрома Тахтамыша Тимуром Едигей фактически правил Ордой. Он ставил и смещал ханов по своему усмотрению. А в Москве продолжал княжить сын Дмитрия Донского Василий I. Степные соседи были ослаблены внутренними распрями, и великий князь вздохнул свободнее. Он вновь прекратил выплачивать дань ордынцам и даже сам нападал на их владения. Этого Едигей терпеть не мог, и зимой 1408 года ордынцы отправились в карательный поход. Под ударами татар пали Нижний Новгород, Ростов-Великий, Серпухов, Коломна. Ордынское войско подошло к Москве. Князь Василий I находился с войском далеко от столицы. Оборонял город князь Владимир Андреевич Храбрый. Владимир Андреевич, внук великого князя Московского Ивана Калиты и двоюродный брат Дмитрия Донского, участник Куликовской битвы, где командовал засадным полком и решил исход сражения в пользу русского войска. За это вместе с князем Дмитрием получил прозвище Донского. Воевал с Тахтамышем, боролся против мятежных Рязани и Новгорода, укрепляя Великое княжество Московское. Повторить успех Тахтамыша татары не смогли. Отпирать ворота никто не собирался. Москва, обнесенная к этому времени каменными стенами, оказалась ордынцам не по зубам. 3 недели Едигей держал город в осаде, а затем отступил. Однако перед этим вытребовал от москвичей значительный денежный откуп – 3000 рублей. Дома Едигея ожидала новая война. Сразу несколько сильных соперников покусились на его место. В одном из сражений Едигей погиб от рук сына Тахтамыша, который мстил за отца. Золотая Орда стала рассыпаться на осколки. В первой половине 15 века на месте единого государства Золотой Орды было образовано несколько ханств. Сибирское, Узбекское, Казанское, Астраханское, Крымское, Казахское, Ногайская Орда. Формально надо всеми этими ханствами главенствовала так называемая Большая Орда со столицей в городе Сарае. Но даже расколотая Орда оставалась для Руси серьезным противником. А тут еще и сами русские князья сошлись в ожесточенной схватке за власть.
Общие очертания храма уже просматривались. Фиараванти, католик по вероисповеданию, провел на Руси уже многие месяцы и проникался все большим уважением к православию. Он восхищался красотой икон и церковных росписей. Аристотель понимал, что оставляет этой стране не просто здание и даже не просто храм. Итальянский мастер не раз слышал о том, как Бог помогает русским. Ему рассказывали о бегстве Тимура после явления Богородицы. Рассказывали и о сыне князя Василия I, который получил мрачное прозвище «Темный». Перед смертью московский князь Василий I завещал престол 10-летнему сыну, которого, как и отца, звали Василием. Этим был недоволен дядя маленького князя, Юрий Дмитриевич, державший престол в Звенигороде. В 1389 году Дмитрий Донской завещал престол старшему сыну Василию, а после его смерти младшему Юрию. Но Василий перед смертью передал власть не Юрию, а своему сыну Василию II, что противоречило воле Донского. Юрий был талантливым правителем и полководцем, а за подрастающим Василием Васильевичем особых дарований не замечалось. Восемь лет длилась вражда между Москвой и Звенигородом, а в 1433 году началась настоящая междоусобная война. Московский престол переходил от дяди Юрия Дмитриевича к племяннику Василию II и обратно. Война не утихала и после смерти князя Юрия. Борьбу за власть продолжили его сыновья – Василий по прозвищу Косой и Дмитрий, прозванный Шемякой. Обе стороны не гнушались прибегать к самым жестоким методам. Василий Косой взял Устюг и устроил там настоящее побоище, без жалости рубя и вешая горожан. Вскоре он попал в плен к своему двоюродному брату и тезке Василию II. Князь приказал выколоть ему глаз. С тех пор Василий Юрьевич и получил свое прозвище – Косой. Придворные льстецы уверяли, что это злодеяние было оправданным. Ведь Василий II добился этим победы и надолго прекратил междоусобицы. Но тут на Русь надвинулись новые несчастья. Орду также раздирали кровавые распри. В жестокой схватке за власть сошлись три претендента. Два Мухаммеда, Улу, то есть Большой, и Кичи, то есть Малый, а также Сиид Ахмед, внук Тахтамыша. Мухаммед Большой был разбит соперниками, ушел с остатками войска в русские земли и попросил князя Василия дать ему пристанище. Беглый хан вполне мог рассчитывать на сочувствие. Когда-то он поддержал притязания Василия II на великокняжеский престол, отказав его дяде Юрию Звенигородскому. Теперь, лишившись власти, Мухаммед хотел обосноваться на юге, неподалеку от владений Москвы. Это совсем не входило в расчеты Василия II. Он потребовал от хана убираться прочь. Князь не знал, что тем самым создает себе нового опасного врага. Дело было зимой, и уходить в голодные степи на верную смерть Улу Мухаммед отказался. Тогда Василий отправил войско к городу Белев, где обосновался хан. Командовал им Дмитрий Шемяка, с которым князь Василий уже несколько лет пребывал в мире. Мухаммед надеялся, что Москва переменит свое решение. Он даже предлагал русским сам выплачивать дань, лишь бы его оставили в покое. Но в Белокаменной были непреклонны. В отчаянии хан решился на крайний шаг. Му
мусульманин, предводитель татар, впервые в жизни пришел к русскому православному храму. Войти внутрь он не осмелился и, приблизившись к церковным дверям, упал на колени. Улу Мухаммед взывал о помощи к Иисусу Христу со словами «О русский Бог!». На следующий день, 5 декабря 1437 года, многотысячное московское войско подошло к его стану. Улу Мухаммед располагал незначительными силами. Он отступил от Белёва и укрылся за стенами укрепления, которое пришлось строить из обычного льда. Ни у кого не было сомнений, татары обречены. Действительно, в первой схватке московские воеводы добились успеха. Но затем хан двинул свою армию в контратаку. Удар был настолько внезапным, что войско Шемяки бежало с поля боя. Ордынские всадники догоняли и рубили бегущих. На снегу остались лежать сотни русских воинов, в их числе весь цвет московской знати. Улу Мухаммед не стал задерживаться в русских землях и двинулся на Волгу. Там он основал Казанское ханство, государство, которое на долгие годы станет для России одним из главных врагов. Аристотель многое слышал о столице Казанского ханства. Говорили, Казань — прекрасный город. Вот только тех, кто попадет туда не по доброй воле, ждет печальная участь. Рассказывали о томящихся в татарском плену русичах. Но увидеть этот город Аристотелю очень хотелось. Он еще не знал, что в Казани его услуги также потребуются, только не при строительстве, а при осаде города как военного инженера. Но случится это намного позже. А пока Аристотель с головой погружался в летописные сказания о тех временах, когда Русью правил Василий II, отец князя Ивана, столь радушно принявшего итальянцев в Москве. 2 года Улу Мухаммед обустраивал Казань и собирал мощную армию. Теперь, вернув себе и силу, и славу, он мечтал восстановить господство над русскими землями. Летом 1439 года ордынские воины в очередной раз обложили Москву. 10 дней длилась осада. Гарнизоном командовал умелый воин, боярин Юрий Патрикеевич, и хану пришлось отступить от столицы. Однако он дотла разорил окрестности Москвы и прихватил с собой несколько тысяч пленников. Через 3 года в поход отправился сын Улу Мухаммеда, царевич Мустафа. Он грабил селения, угонял пленников, но задержался в пути. Лютые морозы застали его в землях Рязанского княжества. Рязанцы Москве не подчинялись. Когда Мустафа попросил пустить его войско в город для зимовки, они не стали возражать. Весть об этом дошла до московского князя. Василий II отправил к Рязани войско. Узнав об этом, Мустафа спешно покинул город. Но русские настигли его на реке Листани. Московские воеводы направили в тыл к татарам отряд мордовцев на лыжах. С другой стороны противника атаковала московская рать. Татары отчаянно защищались, но были разбиты. Сам Мустафа погиб. Через год на русские земли вернулся сам Улу Мухаммед, чтобы отомстить за сына. Хан захватил Нижний Новгород, но возле Мурома татарское войско потерпело поражение. Мухаммед отошел к Нижнему. Вскоре московская рать отбила город у хана. Летом того же 1445 года ордынцы предприняли новый поход на Русь. Сам хан в нем не участвовал, войско вели его сыновья – Мамутяк и Якуб. Василий решил, что легко справиться с неопытными военачальниками и не стал собирать большое ополчение. Подойдя к Суздалю, Василий II поставил свой лагерь у Спаса Ефимиева монастыря.
Неприятель пошел в атаку утром 7 июля 1445 года. Первый натиск русские отбили. И тогда татары применили свою излюбленную военную хитрость. Изобразили притворное отступление, а потом неожиданно контратаковали. Московские воеводы попались на эту уловку. Княжеское войско было разбито и разбежалось. А великий князь Московский оказался в татарском плену. Москву охватила паника. За ней последовал опустошительный пожар. Появись под стенами татары, город не устоял бы. Но сыновья улу Мухаммеда увозили драгоценного пленника в свои владения. Хан потребовал за великого князя непомерно большой выкуп – 25 тысяч рублей, то есть около 3,5 тонн серебра, и отпустил на Русь лишь после того, как Василий дал клятву расплатиться сполна. Но пока он находился в плену, старый соперник Василия, Дмитрий Шемяка, не упустил своего шанса. Он привлек на свою сторону князей и бояр и завладел московским престолом. Вернувшись в московские земли, Василий оказался в руках заговорщиков. Его схватили в Троице Сергиевой лавре и по приказу Шемяки ослепили, так же, как некогда сам князь ослеплял своих врагов и соперников. С той поры лишенный зрения князь Василий получил прозвище «Темный», и под этим именем остался в истории. Несколько месяцев провел он в Угличе под строгим надзором людей Шемяки. Свергнутый князь, глаза которого навсегда скрыла повязка, ждал своего часа. Дмитрий Шемяка оказался правителем неумелым и жестоким. В то же время ужасная судьба Василия II вызвала у многих сочувствие. Бояре и воеводы постепенно переходили на его сторону. Князю прощали и его бывшие злодеяния, и военные неудачи. Да и сам он, хлебнув горе, казалось, преобразился, став сильнее и мудрее. Ровно через год после ослепления, 17 февраля 1447 года, Василий вернул себе столичный престол. Дмитрий Шемяка навсегда покинул пределы московского княжества. Через 7 лет в Новгороде он был отравлен. Как полагают историки, по приказу московского князя Василия Темного. Междуусобная война утихла, но над русской землей по-прежнему висела угроза татарских нашествий. В 1451 году, когда Василий II отказался платить дань хану Саид Ахмату, на Москву двинулся с войском его сын, царевич Мазовша. Мазовша пошел на штурм Москвы и поджег городские посады. Но бой в дыму и пламени окончился победой москвичей. Ночью ополченцы установили на городских стенах пушки, пищали, самострелы. А когда наступил рассвет, москвичи не увидели неприятеля. Как выяснилось позже, воины Мазовши услышали ночью странный шум. Они испугались, что на них с великими силами идет сам московский князь, и бежали. Ордынские набеги еще тревожили русские границы, однако чаша весов медленно, но неуклонно склонялась в пользу Москвы. Даже сыновья победоносного улу Мухаммеда, Касим и Якуб, сочли, что дружить с Василием Темным выгоднее, чем враждовать, и перешли к нему на службу. О судьбе Василия Темного Аристотель знал только по летописям. Зато с его сыном, Иваном Васильевичем, виделся часто и не скрывал своего восхищения перед его мудростью.
На глазах итальянца к московскому княжеству присоединились новые города и земли. Формировалось крепкое войско, готовился общий свод законов. Не зря Ивана III многие называли великим. Иван начал княжить в 1462 году после смерти отца Василия Темного. Русь немного окрепла после кровавой смуты, но татарские нападения не прекращались. И тогда Иван III сам пошел на них войной. Первые удары обрушились на Казанское ханство. Поначалу русские потерпели неудачу. В поход они отправились осенью, хлынули дожди, все дороги были размыты. Вскоре закончилась провизия, и воинство вернулось с полпути. Но уже зимой был снаряжен новый поход. На этот раз ничто не помешало московским отрядам вести наступление. В отместку за многие годы унижений и грабежей они сеяли на своем пути разруху, опустошали и жгли ордынские селения. Татары, привыкшие нападать, обороняться не умели. Русское войско преследовало их почти до самой Казани. Через год Иван III собрал всенародное ополчение. Вооружились даже купцы и обычные московские жители. До Оки добирались пешим ходом. Дальше пересели на ладьи. Летним утром 1469 года русский флот под командованием воеводы Ивана Руно подошел к Казани. Штурмовать город воевода не стал, но уничтожил богатые окрестности татарской столицы. После ряда побед московские воеводы принудили казанского хана к покорности и добились выдачи русских пленников. Но не Казань была главным врагом Москвы. Самая серьезная опасность исходила из Сарая, столицы Большой Орды. Ее хан Ахмат в войнах с узбекским и крымским ханствами сильно расширил пределы своего государства. Ахмат решил вернуть старые времена, когда московские князья зависели от воли ордынских правителей. В 1472 году огромное войско двинулось из Сарая на Москву. На пути стоял небольшой городок Алексин. Его жители не испугались грозной ордынской рати и задержали Ахмата. Когда к русским подошли подкрепления, хан не осмелился вступить в бой. Для Ахмата этот поход окончился бесславно. Однако и на Руси, и в Большой Орде понимали, это еще не финал. Решающая битва стала лишь вопросом времени. Аристотель присутствовал при освящении храма и не вытирал слез, катившихся по его щекам. Он понимал, никогда ему не создать ничего прекраснее и величественнее, но этот шедевр прославит его в веках. Не мог сдержать восхищение и митрополит Геронтий, а рядом стоял сам московский князь. Теперь от него зависело, чем завершится вражда с Ордой, которую вели его отец, его дед и все его предки уже более 200 лет. Прошел год после освящения Успенского собора, когда на Москву двинулось новое татарское полчище. Уже 7 лет Иван III отказывался выплачивать дань Орде. В глазах хана Ахмата это было нестерпимой наглостью, и он двинул войска на Москву. Часть бояр предлагала князю спастись бегством. Другие убеждали покориться и выплатить дань. Но Иван III начал стягивать войска к границам московского княжества. В июле 1480 года татарское войско подошло к верховьям Дона.
Иван III расположился в Коломне, чтобы закрыть Ахмату путь к столице. Хан двинулся в обход, к Калуге. Но княжий сын Иван Молодой и воевода Данила Холмский перекрыли дорогу и здесь. Две армии встретились на берегах реки Угры. В русской обороне, протянувшейся на 5 километров, ордынцы не могли найти ни единой бреши. Стороны начали переговоры. Ахмат изложил свои требования. Иван III должен с преклоненной головой явиться в ханский стан и принести дань, которую задолжал за 7 лет. Вместо себя великий князь послал боярского сына Ивана Товаркова. Он пришел с подарками, но сообщил, что выплаты дани не будет. Переговоры были сорваны. Войска стояли друг против друга месяц, другой. Сражение не начиналось. Ударили морозы. Угра встала. Иван отвел свою армию на более выгодную позицию, к городу Боровску, на случай, если ордынцы все-таки решат форсировать реку. Но татары, вместо того, чтобы перейти по льду и сразиться с русскими, неожиданно повернули на восток. Ордынцы уходили, а вместе с ними уходило из Руси многовековое иго, теперь уже навсегда. Аристотель Фиараванти в качестве начальника артиллерии участвовал в походе Ивана III на Новгород и навел понтонный мост через реку Волхов. Мастер хотел возвратиться в Италию, но Иван III не отпустил его и даже арестовал на некоторое время. Инженер принимал участие в походах на Казань и на Тверь в возрасте 70 лет. Вероятно, умер в Москве. Молва именно ему приписывает создание тайного подземного хранилища на территории Московского Кремля, где якобы спрятана легендарная библиотека Ивана Грозного. Государь молился в новом, еще не расписанном храме. Молился с благодарностью за спасение его державы. Молился о потомках и о будущей судьбе Московского государства. Пройдет без малого 70 лет, и в Успенском соборе Московского Кремля будет венчаться на царство его внук, тоже Иван и тоже Васильевич. В памяти потомков он останется как Иван Грозный. Со смертью его сына, Федора Иоанновича, прервется древняя династия Рюриковичей. А в 1613 году в Успенском храме пройдет Земский собор. После многих лет смуты Русь получит нового царя, и Михаил Федорович Романов продолжит дело строительства русской державы, начатое его далекими предками. В 1480 году на берегах реки Угры войска великого князя Московского Ивана III вынудили отступить войско хана Ахмата. Эпоха зависимости от Орды навсегда уходила в прошлое,
а русское государство впервые за 200 с лишним лет становилось полностью независимым. Под твердой рукой князя Ивана Васильевича его держава росла и крепла. Независимые княжества одно за другим признавали власть Москвы. Но на Западе лежали исконно русские княжества, которые в годы монгольского нашествия перешли под власть Литвы. Иван III решил, что пришло время вернуть эти земли и освободить православные народы от католического притеснения. При виде московской княжны литовские послы на мгновение потеряли дар речи. Их будущая государыня поражала и красотой, и твердой уверенностью во взгляде. Елена, дочь великого князя московского Ивана III, долго ждала этого дня. 4 года назад к ней сватался римский король Максимилиан из рода Габсбургов. Но свадьбы так и не случилось, Максимилиан женился на другой. Теперь ее руки просил Александр Ягеллон, великий князь литовский. Елена обменялась перстнями с литовским паном Станиславом, который на церемонии замещал ее жениха и не могла не думать о будущем муже. Каков он? Молод ли? Красив ли? Елена гнала эти мысли. Не о том следует волноваться. Главное – оказаться достойной своего отца. Он возлагает на дочь большие надежды, потому и согласился на этот брак. Княжна едва ли догадывалась, что ей предстоит стать заложницей в затяжном и кровавом конфликте между двумя государствами. Тридцать лет назад, в начале царствования Ивана III, Московское княжество было соседом Великого княжества Литовского, самой крупной державы Восточной Европы. После того, как на Русь вторглись татаро-монгольские орды, литовские правители присоединили к своей державе западно-русские земли, до которых не дотянулись ордынцы. Под властью Литвы оказались Киев, Чернигов, Полоцк, Мстиславль, Смоленск, Владимир-Волынский, Новгород-Северский. Литовские владения подступали почти к самой Москве. Дорогобуж и Вязьма считались ближним зарубежьем, а Можайск был западным форпостом на границе с Литвой. И при этом по обе стороны литовского рубежа жили единоплеменники и единоверцы – русские православные. Со временем власть литовских князей становилась все более ограниченной. Часто они оказывались слабее собственных подданных, богатых и самовластных магнатов, князей и шляхты. Шляхта – дворяне или военнослужилое сословие в Великом княжестве Литовском и Королевстве Польском. Вместе со своими слугами составляли основу войска и пользовались значительными привилегиями, полученными от монархов. В течение полутора веков литовская держава была грозой для стран Восточной Европы. Теперь же ей с трудом хватало сил, чтобы обеспечить безопасность собственных границ и защититься от опустошительных татарских набегов. Москва же при Иване III значительно окрепла. С раннего детства будущий великий князь понял, что такое внутренняя вражда. Его отец, князь Василий Темный, в ходе борьбы за престол, был ослеплен врагами. Все это научило Ивана ценить единство и согласие. С
став государем, он начал проводить твердый курс на объединение русских земель вокруг Москвы. Он присоединил Тверь и Новгород. Он добился полной независимости московского княжества от Большой Орды, а затем принял титул государя всея Руси. Тем самым Иван Васильевич открыто заявлял, он претендует на власть над всеми древнерусскими землями, кому бы они на данный момент не подчинялись. Это было прямым вызовом Литве. Обстановка в соседнем государстве благоприятствовала замыслам московского князя. Население восточных и южных земель Великого княжества Литовского хранило верность православию. Но православное дворянство имело меньше прав, чем католическая шляхта, что не раз приводило к восстаниям. Москва давала более стабильную защиту от набегов татар. Православный московский государь становился все более привлекательной фигурой для русских жителей Литовского княжества. Большая война между Русью и Литвой была неизбежна. Требовался лишь повод. Подали его верховские князья. Верховские князья. Правители небольших княжеств в верховьях реки Оки, составлявших буфер между московской и литовской державами. Верховские князья были рюриковичами и в основном принадлежали к ветвям Черниговского дома. К их числу относились роды Воротынских, Адоевских, Белевских, Масальских, Оболенских и других. Эти князья сами выбирали, кому служить – Москве или Литве, и часто переходили с одной стороны на другую. В 1484 году крымский хан разорил Киев. Для множества верховских князей это стало последней каплей. Литва не могла обеспечить безопасность их владений. Один за другим, с семьями и войсками, князья начали переходить на сторону Ивана III. Литовские дипломаты требовали от Москвы не принимать перебежчиков, но Иван новых подданных не выдавал. А на западных рубежах уже разгорался пока еще очень слабый огонь войны. То шли в набег князья с московской стороны, то литовцы нападали на московские земли. Малые отряды сталкивались в яростных боях, которые продолжались несколько лет. То затихая, то возобновляясь. Долгое время Иван III не вмешивался в эти споры. Набеги на соседние земли не поощрял, но и не препятствовал им. Он ждал благоприятного момента, чтобы открыто вмешаться в конфликт. И такой момент настал. В 1492 году умер литовский великий князь, он же польский король Казимир IV. На престол взошел его сын Александр Ягеллон. В отличие от отца, он был лишен военного дарования и легко попадал под чужое влияние. После смерти Казимира распался династический союз Польши и Литвы. И его сын уже не располагал польским войском. Иван III понял, пришло время действовать. Литва удара не выдержит. На Мценск двинулись войска под предводительством князя Федора Васильевича Телепня-Оболенского. Августовским утром 1492 года русская рать подошла к городу. Мценск не ждал атаки. На земляном валу высились деревянные стены с башнями и воротами, распахнутыми настежь. Князь Оболенский поразился такой беспечности. Вот уже шестой год на этих землях нет мира, а местные жители все еще не научились осторожности. Лишь когда московские всадники устремились к городу, стража опомнилась и попыталась закрыть ворота.
Но уже ничто не могло остановить напора московского войска. Телепень Оболенский вернулся в Москву со славой. В том же 1492 году войска Ивана III взяли Любутск, затем двинулись на Мосальск и сожгли его укрепления. Пали Серпейск и Апаков. Их гарнизоны, около 500 человек, сдались в плен. Мизецк открыл ворота без боя. В январе следующего года государево войско взяло Вязьму. Иван III принял вяземских князей на службу и вернул им в качестве пожалования их же собственные вотчины. Александр Ягеллон пытался решить конфликт дипломатическим путем, отправляя в Москву одно посольство за другим. Иван III выслушивал жалобы и протесты, но отклонял все обвинения. Князь настаивал, он лишь возвращает себе земли, на которые имеет наследственные права, и принимает на службу новых слуг вместе с их землями. И тогда, чтобы прекратить войну, Александр Ягеллон придумал неожиданный ход. Он попросил у московского правителя руки его дочери. Поначалу Иван III отнесся к этой идее без воодушевления, однако, все обдумав, решил не отказывать Александру. Но поставил свое условие. Литва должна признать московское подданство за верховскими и вяземскими князьями. В январе 1494 года в Москву прибыло литовское великое посольство. После недельных переговоров был заключен мирный договор. Требования Ивана III были приняты. Он получил Вязьму, Сиренск, Воротынск, Адоев, Белев и другие города, правители которых согласились перейти на русскую службу. Войне был положен конец, но обе стороны понимали, этот договор не окончательный. Лишь когда был подписан мир, московский государь дал согласие на брак. Конечно, Иван III желал своей дочери личного счастья, но преследовал и политические цели. Он рассчитывал, что его дочь станет в католической Литве оплотом православия и, возможно, поможет привести западнорусские земли в состав Московской Руси. После обручения Иван вручил литовским послам грамоту. Перед тем, как Елена отправится в Вильно, правитель Великого княжества Литовского должен вернуть этот документ со своей подписью и тем самым клятвенно подтвердить, что не будет принуждать невесту к переходу в католичество. Прошел год, прежде чем Александр Ягеллон согласился на это условие. В январе 1495 года княжна Елена отправилась в дальний путь. Александр оказался совсем не таким, как она себе представляла. Старше, печальнее, да и красавцем его не назовешь. Рад ли он ее приезду? Глядя на пасмурное выражение его лица, трудно было в это поверить. Но она была готова к своей миссии. Пусть литовской шляхте этот брак явно не по душе. Пусть ее не встречали ни старая королева-мать, ни братья Александра. Не страшно, она справится. Первые признаки того, что не все пойдет гладко, проявились уже во время венчания. Литовский епископ попытался обмануть московских послов и, вопреки договоренности, обвенчать княгиню по католическому обряду. Но те заметили неладное и вмешались. Лишь когда православный священник, прибывший из Москвы с Еленой Ивановной, прочитал молитвы, таинство свершилось. Отныне она уже не московская княжна, а великая княгиня литовская. Этот брак не предотвратил новых разногласий. Елена сразу же столкнулась с противодействием столичной знати. Она попросила построить православную церковь на территории княжеского замка. Александр придумывал одну отговорку за другой, пока не ответил окончательным отказом. Правитель, зависимый от шляхты и католических иерархов, не мог пойти им наперекор.
Когда Елена написала об этом отцу, негодованию Ивана III не было предела. Царевна оказалась меж двух огней. Она стремилась выполнить наказы отца, однако не смела прямо выступить против мужа. Между тем, в Великом княжестве Литовском происходили серьезные перемены. 24 июля 1499 года Александр Ягеллон подписал новую унию между Литвой и Польшей. За так называемым «вечным союзом двух государств» последовало усиление католического натиска на русское население. В Полоцке был основан Бернардинский костел, и это на земле, которой до того владела православная церковь. Тучи сгустились и над княгиней. Ее пытались принудить к отказу от родной веры, но Елена не поддавалась ни на какие уловки. Это давление на православных еще больше расшатывало хрупкое государственное единство Литвы. На сторону Москвы перешло сразу несколько князей, которые ранее служили Александру. Они не простили обид, нанесенных отеческой вере. Среди тех, кто в 1499 и 1500 годах перешел на сторону Москвы, были могущественные государи и влиятельные политики. Князь Семен Бельский передал Ивану III город Белую с окрестностями. Князь Семен Можайский перевел в состав владений российского государя Чернигов, Стародуб, Гомель и Любич. Князь Михаил Шемячич перешел на русскую службу с городами Рыльском и Новгородом-Северским. После того, как Трубчевск оказался окружен московскими землями, владевшие этим городом князья Трубецкие также попросили принять их в московское подданство. В обороне восточных рубежей Литвы появилась брешь в несколько сотен километров. Закрыть ее было просто нечем. Александр Ягеллон был готов на любые унижения, чтобы полюбовно договориться с Иваном III. В апреле 1500 года из Вильна в Москву отправилось посольство. Впервые великий князь Литовский обратился к своему тестю как к государю всея Руси. Но Иван Васильевич не поддался налезть. Он велел передать Александру. Гонения православных перешли всякую меру, и никаких оправданий он выслушивать не намерен. Московский князь обязан выступить защитником своих единоверцев. Послы увозили в Вильно грамоту с объявлением войны. А русские полки уже двигались к литовской границе. Иван III сосредоточил свои войска на трех направлениях – северо-западном, западном и юго-западном. Главную силу московской армии составляла дворянская поместная конница. Ко времени правления Ивана III она практически полностью вооружалась на турецкий манер и в легкоконном строю не уступала знаменитой ордынской коннице. Московская конница двигалась стремительно. Литовцы ждали ее в одном месте, а она наносила удар в другом. Противник не успевал собрать силы и организовать оборону заново. В 1500 году Великое княжество Литовское постигла военно-политическая катастрофа. Войска Ивана III взяли Брянск, затем Путивль. На западе полк Юрия Захарьина-Кошкина захватил Дорогобуж. Захарьин Кошкин Юрий Захарьевич. Боярин, крупный русский военачальник Ивана III. Предок по прямой линии первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича. На северо-западе московская рать взяла Торопец. Затем полки московских воевод вторглись на Полоцкую и Витебскую земли. Летом 1500 года войска Великого княжества Литовского вышли в поход. Их возглавлял гетман, князь Константин Острожский. Потомок старинного православного рода, он принял от Александра Ягеллона множество земельных пожалований и прочих милостей и хранил ему верность. Тот же возлагал на Острожского надежды, как на спасителя.
На реке Ведрож, неподалеку от Дорогобужа, литовская армия встретила московские силы. Под русскими стягами стояло 5 полков. Ими командовали князь Даниил Щеня и присоединившийся к нему Юрий Захарин Кошкин. Щеня Даниил Васильевич. Потомок литовского князя Гедимина по мужской линии и Дмитрия Донского по женской. Боярин, блистательный полководец эпохи Ивана III. В 1489 году покорил город Хлынов и Вятские земли. В 1493 году взял Вязьму. Считался одним из лучших воевод московского государства. 13 июля 1500 года литовцы разбили и оттеснили русский передовой отряд. 14 июля на реке Ветроши состоялась решающая битва. Константин Острожский двинул свое войско в лобовую атаку. Московские воеводы ответили встречным ударом основных сил. Летопись сообщает: «Был меж ними бой велик, и сеча зла». Конница билась в такой давке, что мертвецы не падали с коней, сжатые со всех сторон телами живых. Кровавое столкновение длилось 6 часов. Русские начали одолевать воинство гетмана. Тот еще мог отступить, сохранив силы. Но его ожидало неприятное открытие. Даниил Щеня, загодя тайными тропами, выдвинул противнику в тыл русский отряд, который подобрался к переправе через реку Тросну и разрушил мосты. Во время отступления литовцы с ужасом обнаружили, что попали в ловушку. Часть из них попыталась пересечь реку вброд или вплавь, другие пробирались через болотные трясины. Спаслись немногие. В плен попали сам великий гетман Острожский, множество командиров и дворян. Сражение закончилось полным разгромом литовской армии. Осенью следующего года московские войска продолжили наступление. Князь Александр Ростовский с большой армией двинулся к Мстиславлю. В тяжелом бою литовцы были опрокинуты и бежали под защиту городских стен. Князь Ростовский вернулся в Москву. С собой он привез трофейные знамена неприятеля. Тем временем сам великий князь Александр Ягеллон возглавил оборону Полоцка, Смоленска, Витебска и Орши. После поражения у Ведроши силы литовского войска были невелики, и литовский правитель собрал наемную армию. Поляки, силезцы, чехи, моравы во главе с полководцем Яном Черным под литовскими знаменами двинулись на Русь. В конце 1501 года они попытались взять крепость Опочку близ Пскова, но после первой же атаки бесславно отступили. Наемники явно не рвались класть головы в изнурительной битве. В апреле следующего года литовский дворянин Петряш Епихамович направил своих солдат из Полоцка на Великие Луки. Там он встретил сильный московский отряд и отступил. Контрудара, который задумал Александр Ягеллон, не получилось. Однако и ресурсы Москвы были не бесконечны. В 1502 году русская армия попыталась взять Смоленск, но хорошо укрепленный город устоял. Воспользовавшись передышкой на войне, Александр Ягеллон уехал в польскую столицу Краков. К тому времени он уже получил польскую корону и с декабря 1501 года стал властителем Польши и Литвы. Правда, власть его была ограничена подписанным им законом – Мельницким привилеем, согласно которому польские магнаты имели право не повиноваться королю в случае, если тот нарушит их законные права. Вслед за мужем в Краков отправилась великая княгиня Елена Ивановна. Еще недавно папа Римский настаивал: Ягеллон должен приложить все усилия, чтобы обратить свою жену в католичество. И если та будет упорствовать, он должен с ней расстаться. Александр сделал несколько попыток, но Елена была непреклонна. Когда папа потребовал предать ее церковному суду,
великий князь защитил свою супругу. После неудач на русском фронте польско-литовская знать изменила свое отношение к ней. Кардинал Фридрих, епископ краковский, упрашивал ее склонить отца к миру. Ей дарили имение, позволяли на виду у народа совершать богослужения. Елена Ивановна не была коронована вместе с мужем, но никто не препятствовал ей титуловать себя польской королевой. Она ходатайствовала перед супругом за русских подданных, а тем временем день за днем, ночь за ночью обдумывала письмо к своему отцу. С начала войны они не обменялись ни словом. Может ли Елена, как прежде, быть откровенна с отцом? В начале 1503 года польско-литовская делегация прибыла в Москву. Канцлер великой княгини Иван Сапега передал Ивану III послание от дочери. Она просила не гневаться на Александра и остановить войну. В отдельной тайной записке Елена признавалась отцу в своих опасениях. Ее муж болен. Если он умрет, уже ничто не защитит княгиню от мести политических противников. Елена выполнила то, о чем ее умоляли в Кракове, но московский государь и сам склонялся к миру. Несмотря на неудачу под Смоленском, военный перевес был на стороне России. Иван III мог вести переговоры с позицией силы. 25 марта 1503 года было заключено перемирие сроком на 6 лет. В честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы оно было названо Благовещенским. Благовещенское перемирие стало крупнейшим успехом Ивана III. Москва получала 19 крупных городов, в том числе Торопец, Путивль, Брянск, Дорогобуж, Масальск, Мценск, Трубчевск, Сипейск, Новгород-Северский, Гомель, Стародуб. Великое княжество Литовское потеряло около трети своих земель. Однако под властью литовцев еще оставалось множество русских земель и городов. Раньше или позже следовало ждать новой войны, но вести ее выпало уже не Ивану III. В 1505 году Елена получила тяжелое известие. Ее отец, московский князь Иван Васильевич, скончался. Человек, заслуживший у потомков прозвание «Великий», был последней надеждой Елены на мир между двумя странами. Оставалось лишь ждать возобновления войны. Московский престол занял сын Ивана Василий III, родной брат Елены. Как политик он был слабее отца и больше полагался на силу, но имел славу отважного воина. На 5-м году своего княжения Василий III присоединил к своим владениям Псков. Воодушевленный этой победой, он готовился к новой схватке с Литвой. Борьбу с Великим княжеством Литовским предполагалось вести в двух направлениях – Смоленск и Полоцк. Два великих города, две мощных военных базы, две сильные крепости. К тому времени литовские правители убедились – силой оружия противостоять Москве не удастся. Сами православные подданные от пахарей до князей были не прочь перейти под власть русских государей. Александр Ягеллон попытался смягчить настроение православных. Полоцк, Минск и другие крупные города Литовской Руси получили обширные права на самоуправление. Горожане сомневались в том, что московские государи сохранят за ними эти вольности. С тех пор они оказывали войскам России более упорное сопротивление, чем раньше. Василию III приходилось это учитывать. Но в это время произошло событие, которое многое изменило. Александр Ягеллон умер.
Ни с отцом, ни с матерью Елена Ивановна так и не смогла проститься. Вот и муж, человек, с которым она так сблизилась за последние годы, отошел в мир иной. Александр болел давно и заранее распорядился передать корону своему брату Сигизмунду. Перед кончиной он просил брата взять великую княгиню под защиту и сохранить за ней все права и владения. Елена знала об этом, но понимала, что на спокойную жизнь ей рассчитывать не стоит. Отец всегда призывал ее к мужеству. Что бы ни случилось, дочь московского государя должна держаться православной веры, а если придется, без страха и сомнений принять мученический венец. После смерти супруга Елена Ивановна еще 6 лет прожила в Вильно. Вдова не пользовалась расположением Сигизмунда. На чужбине она была обречена на одиночество и просила отправить ее в Москву. Король отвечал отказом. Тогда княгиня решила тайно бежать на родину, но попытка оказалась неудачной. Сигизмунд велел посадить Елену под арест и конфисковал ее казну. А вскоре между Литвой и Россией разразилась новая война. В декабре 1512 года две большие русские армии вошли на земли Великого княжества Литовского. Первая двинулась на Смоленск, вторая — на Полоцк. Целый год московские воеводы безуспешно штурмовали две твердыни. Они отступали, но затем возвращались с новыми силами, заново начиная осаду. Казалось, вся сила московская будет перемолота в тяжелых боях. В начале 1514 года Москва взяла передышку. Собравшись силами, летом армия Василия Ивановича снова подошла к Смоленску. Смоленск – древняя столица одного из русских княжеств. В 13-14 столетиях Смоленское княжество фактически являлось независимым государством. В 1404 году литовцы после долгой борьбы захватили Смоленск. В 1440-х годах горожане подняли восстание и освободились от чужой власти. Однако через 2 года их выступление было подавлено. Москва тогда не имела возможности воевать с Литвой и вынужденно признала ее права на Смоленск. Но в начале 16 века война за Смоленщину возобновилась. Василий III лично руководил войсками, полагаясь на 2 преимущества. Прежде всего, Москва обрела союзника в лице князя Михаила Глинского. Влиятельный магнат и незаурядный полководец, он затеял восстание против Сигизмунда, но потерпел поражение и нашел прибежище в Москве. Глинский, прирожденный лидер, имел дар убеждения. К тому же в Смоленске у него было немало сторонников. Другим преимуществом Москвы была мощная артиллерия. Летопись говорит: «От боя пушек и пищалей земля колебалась, и люди друг друга не видели. Весь град в курении дыма словно бы приподнялся над землей, и страх великий напал на горожан. Начали вопить, чтобы князь великий их пожаловал, меч свой унял». Осажденные теряли боевой дух. Тогда Глинский через своих тайных сторонников начал переговоры с горожанами. Чтобы переговоры шли легче, по городу ударила мощнейшая верховая пушка под названием «Павлин», способная метать ядра весом 214 килограммов. Хватило 3 ее выстрелов, чтобы горожане согласились на предложение Глинского. 30 июля 1514 года Смоленск открыл ворота. Спустя 10 лет в честь этой победы Василием III будет основан Новодевичий монастырь.
А пока к торжеству московского государя примешивалось горькое чувство. Еще до того, как был взят Смоленск, из Вильна пришло печальное известие. Умерла его сестра Елена Ивановна. Ей исполнилось всего 36 лет. Хоронили ее в Вильно, в Пречистенском соборе. Именно здесь она молилась перед венчанием 18 лет назад, когда приехала в литовскую столицу. Собор не мог вместить всех желающих проститься с Еленой Ивановной. Православные жители Литвы искренне полюбили свою покровительницу. Великая княгиня обновляла и украшала храмы, восстанавливала церкви, жаловала монастырям личные деньги и земли. Люди понижали голос. Кто же теперь после смерти Елены Ивановны заступится за них? И уже шепотом передавали друг другу страшные слухи о том, что умерла княгиня не своей смертью. Кто-то из литовской знати велел подсыпать ей в питье лютое зелье. Правда о смерти Елены Ивановны неизвестна до сих пор. Но Сигизмунд I не скрывал своей радости. Он признавался краковскому епископу, что эта смерть избавила его государство от многих забот. Брат Елены, Василий III, подозревал, что ее отравили. И теперь с утроенной яростью мстил за сестру. Сразу после падения Смоленска его войскам сдались Мстиславль, Кричев, Дубровна. Сигизмунд I не мог смириться с утратой Смоленска. На восток двинулись главные польско-литовские силы во главе с великим гетманом Константином Острожским. В сентябре 1514 года под Оршей в 110 километрах от Смоленска русская армия встретилась с неприятелем. Московские полки пошли в атаку. Но из-за раздора между главными воеводами, боярином Иваном Челетниным и князем Михаилом Булгаковым Галицей, войско действовало несогласованно. В результате русская армия была разбита, а оба воеводы оказались в плену. Мстиславль, Кричев, Дубровна вернулись под власть Сигизмунда I. И казалось, что после этой катастрофы русским уже не оправиться. Неприятельские войска подошли уже к Смоленску. Острожский ожидал, что при одном виде польско-литовской армии защитники города спустят флаг. Но вышло иначе. Литовское войско не имело осадной артиллерии и штурмовать мощные городские укрепления не могло. Затяжная осада холодной осенью вызвала в неприятельской армии настоящий мор. Враг отступил, и Смоленск остался в руках русских. После этого целых три года ни Литва, ни Московское царство не решались на большое наступление. Силы обеих держав были истощены, стороны обменивались рейдами устрашения. Но король Сигизмунд уже готовил новый удар. Он решил нанести его по богатым псковским землям. Польско-литовская армия вновь пополнилась наемниками – немцами, венграми и чехами. В 1517 году неприятельские войска с тяжелой артиллерией двинулись из Полоцка. На пути вражеской армии стояла небольшая крепость Опочка. Окруженная деревянными стенами, она располагалась на высоком холме в излучине реки Великой. Острожский не сомневался, что легко возьмет Опочку, которую поляки презрительно называли «свиным хлевом». Но после первого же штурма крепостной ров наполнился трупами вражеских бойцов. Был убит знатный польский полководец Сокол, а его знамя стало трофеем русских. Вскоре к Опочке подошли московские отряды. Их внезапный удар вынудил врага отступить. И вся их артиллерия досталась русским. Узнав о столь бесславном поражении, король Сигизмунд назвал Опочку «бесовой деревней». Польско-литовское наступление на Россию завершилось, едва начавшись.
Сигизмунд на силу своего оружия больше не рассчитывал и надеялся лишь на удачный исход мирных переговоров. Но Василий III не считал войну оконченной. России удалось занять и удерживать Смоленск. Но вторая задача – завоевание Полоцка – так и не была решена. Летом 1518 года московское войско двинулось к Полоцку. Полоцк – один из древнейших городов Руси. Столица Большого княжества и богатейший торговый центр. С XIV века находился под властью литовских князей. В 1430-х годах, во время гражданской войны в Литве, на несколько лет сделался столицей независимого государства – Великого княжества Русского. Впоследствии литовцы снова заняли Полоцк. Город не имел каменных стен, но деревянный замок на высоком холме над Западной Двиной был укреплен самой природой, и взять его было крайне трудно. Подойдя к Полоцку, русские воины установили осадные башни. Неприятельский гарнизон понес большие потери от русской артиллерии, но сопротивлялся отчаянно. Осада затягивалась, и в московском войске чувствовался недостаток продовольствия. Один колпак сухарей, а это не больше килограмма, стоил 6 серебряных монет, огромную по тем временам сумму. Вскоре к городу тайно подошел большой отряд литовцев. Он переправился вброд через Двину и атаковал русский лагерь. В то же время полоцкий гарнизон ударил из города в тыл. Московское войско отступило. Полоцкая твердыня так и не сдалась воинам Василия III. Еще 3 года московские конники совершали короткие рейды на порубежные территории. Отдельные отряды достигали окрестностей самого Вильна, литовской столицы. Русское превосходство было несомненным. Союзник Москвы, крымский хан, наводнил Польшу и Литву своими воинами, опустошил многие области, разбил войско, вставшее у него на пути. Наконец, Василий III пошел на переговоры с Литвой. В 1522 году было заключено долгожданное перемирие. Большой кровью московское государство добилось своего. Сохранило Смоленск. 4 тяжелых войны закончились победами московского государства, в состав которого навсегда вошли обширные области, некогда бывшие частью Древней Руси. Земли, за которые молилась и которые берегла как могла дочь великого князя Московского, великая княгиня Литовская и польская королева Елена Ивановна.